данная пьеса прозвучала в исполнении Петра Строкова. Еще аплодисменты. А теперь еще особые аплодисменты. У Петра сегодня день рождения. Ему исполнилось 12 лет. Наши дети, они вырастают так незаметно и так быстро. Мои дети уже не дети. Они взрослые, мудрые люди, такие независимые, самостоятельные, такие мудрые, такие изобретательные. И у них, у самих уже дети, крохотулечки, лапочки сладкие. Я сама разобраться пытаюсь в этих полярных мнениях. Дети – это конфликт, столкновение или это преемственность поколений? Встречайте ведущий ток-шоу Павел Мурашов. Добрый вечер, дорогие друзья. Молодежная организация Dream Team совместно с клубом семей Ева плюс Адам представляет вам новый проект, ток-шоу «Отцы и дети». Взаимоотношения отцов и детей – тема довольно известная, тема избитая, но всегда актуальная и всегда многогранная. И суть проблемы сводится к тому, что одно поколение не понимает другое. И сегодня мы постараемся сделать первый шаг навстречу друг другу. Итак, позвольте вам представить участников нашего сегодняшнего ток-шоу. Людмила Блинова, парикмахер, дизайнер, флорист, воспитывает сына, сыну 18 лет. Встречайте. Анна, 24 года, менеджер по маркетингу, высшее образование по руководству бизнеса. Встречайте. Валтерс Германис, 24 года, предприниматель, женат. Встречайте Эдвин Юревич, бизнесмен, жена Инара, в браке 20 лет, воспитывают 5 детей, старшим детям 20 и 16 лет, младшим 6, 4 года и полтора. Встречайте. Встречайте Анастасию, 19 лет, студентка Государственного университета Санкт-Петербурга, будущий журналист. И, наконец, последний наш участник – это Татьяна Мурашова, преподаватель живописи, руководитель семейного клуба «Ева плюс Адам», с мужем Станиславом в браке 35 лет, трое взрослых детей и шестеро внуков. Встречайте. Мы приветствуем всех участников. Наш сегодняшний разговор мы построим так. Мы выслушаем историю каждого из участников ток-шоу, постараемся понять, немножко порассуждать и, может быть, найти ответ на вопросы и, конечно же, высказать свое мнение. Поэтому, аудитория, прошу вас быть активными. И здесь вы видите, стоит микрофон, и без проблем вы можете подходить во время всего ток-шоу. Я дам знак, когда вы сможете это сказать. Высказать свое мнение, также, может быть, задать вопросы. Я бы еще хотел представить
Это моя мама родная, Татьяна Мурашова. Она будет моим со-ведущим. Аплодисменты. Итак, я представляю историю Людмилы. Пожалуйста. Добрый вечер, церковь, еще раз. Знаете, обычно с этой сцены звучат свидетельства, где люди имеют победу, где люди торжествуют о том, что у них произошло с Господом. Но мне выпала такая доля свидетельствовать о том, где нет еще победы, где есть только слезы, печаль, боль. И мне это очень нелегко говорить об этом, но, видимо, эта встреча для того, чтобы мы поднимали разные вопросы. Речь идет о моем сыне. Я думаю, что многие 18-летние ребята знают его. Его зовут Давид. И с 4 лет до почти 16 лет он находился в церкви. Он посещал все воскресные служения. Он был на детских кемпах. Он занимался музыкой. Он занимался творчеством в студии. И казалось, что все просто великолепно. Знаете, есть такая, может быть, иллюзия у родителей, когда с их детьми все в порядке, когда они ходят в церковь, и когда они заняты интересными делами, у них много друзей, тебе кажется, что так будет в 5 лет, в 10 лет, в 15, в 20, и дальше он будет служителем, и все будет хорошо. Это полный самообман. Потому что если у тебя не будет времени, причем достаточно времени уделять своему ребенку, чтобы он действительно остался в церкви, то просто это может лопнуть внезапно, как мыльный пузырь. И я просто хочу начать, может быть, какие-то моменты, почему так получается, что ребенку сейчас 18 лет, он учится в 12 классе, и на сегодняшний день его позиция такова – Бога нет. Я не принимаю твои религиозные мнения, твои представления, у меня есть свое мнение на этот счет, и ты больше не можешь влиять на меня в этих вопросах. То есть там категоричная совершенно позиция. И когда я оглядываюсь назад, я вижу конкретные вещи. Я вижу те моменты в своей жизни, когда нужно было работать с его сердцем. Но моя цель как матери всегда была сделать из него умного человека, образованного, чтобы он знал языки. На сегодняшний день это так и есть. То, что я добивалась по плоти, я добилась, это имеет место. Но там, где нужно было работать с сердцем, все это было упущено. Знаете, когда маленький ребенок, я просто несколько маленьких примеров вам скажу. Когда маленький ребенок, которому 4 года, и, допустим, мы едем в каком-то транспорте, он может подойти к любому человеку, особенно старому, который плохо одет, положить его руку конфету и потом сесть рядом со мной, смотреть в окно и плакать. Знаете, когда я вспоминаю сейчас об этом, мое сердце плачет вместе с ним, с тем 4-летним ребенком. Тогда я этого не видела. Когда маленький 5-летний ребенок может подходить и говорить: «Мама, почему ты смотришь телевизор? Не смотри его, пойдем почитаем Библию. Пожалуйста, пойдем». Я не слышала его. Вы понимаете, когда я приходила за ним в внешкольные... Извините, я волнуюсь, потому что это переживание сердца, которое... Знаете, когда сын тебя обижает в 18 лет, ты плачешь не потому, что он тебя обижает сейчас, а потому что ты обижала его тогда. Потому что были эти моменты в твоей жизни, они встают у тебя как зеркало. Ты видишь их каждый раз. И ты имеешь эту боль, эту печаль, которая она просто шлейфом идет по твоей жизни. И знаете, есть такие моменты, когда ты приходишь забирать ребенка из детского сада, и я всегда боялась, что родители говорят: он обижал детей, потому что его я обижала. И однажды он мне сказал: «Мама, почему ты приходишь за мной?» Знаешь, когда родители приходят за детьми, они все улыбаются. «Почему у тебя всегда такое злое лицо?» Ему было тогда 5 лет. Знаете, я не слышала это. Я этого не понимала, потому что мое сердце было ожесточено. И было очень много таких моментов. Я могла бы рассказать, у меня очень ограничено время, да. И я просто вижу, что я ничего не смогла дать его сердцу. Все, что я могла дать, это жестокость,
это какое-то даже своего рода насилие. То есть у меня была программа, и все это было на уровне просто практики, каких-то жестких отношений. И там, где нужна была ласка, где нужно было просто сердце матери, его там не было. Потому что, знаете, нельзя дать ребенку того, что нет у тебя. Когда мое детство – это интернат, это побои, это ночные хождения под фонарями на улице, потому что тебя выгоняли из дома. И когда ты приходишь из интерната, есть возможность приехать домой, и тебя тут же отправляют обратно, потому что ты забыл варежки, и ты приезжаешь в пустое общежитие и думаешь, оставаться тебе там или ехать домой. То есть есть много таких моментов, что это сердце было ожесточено. И когда мама поздно не возвращается, и ты, не зная Бога, молишь, чтобы с ней что-то случилось, чтобы она не пришла домой, это было 8-7 лет, вы понимаете, то эти вещи, они не могут, ну, остаться незамеченными для следующих поколений. И на сегодняшний день, знаете, я скажу следующее в конце, что, в принципе, если бы я была мирским человеком, я бы могла гордиться своим сыном. Он один из лучших учеников в школе, он участвует на всех олимпиадах, он в совершенстве знает английский, латышский, он изучает самостоятельно в университете японский язык уже 2 года. И можно было бы им гордиться и сказать, какая я хорошая мать. Но вы знаете, все это, все вещи, которые он имеет, что я смогла вложить по плоти, положительного, я пожинаю. Но то, что я не смогла вложить духовное, я сегодня тоже пожинаю. И когда с ним нет Бога, и он имеет какие-то регалии, какие-то медали, заслуги, это ничто. И поэтому я просто обращаюсь к залу, знаете, может быть, среди молодых людей есть такие люди, которые ушли из церкви, они были в отступничестве, может быть, через какое-то время, 2, 3, 4, вы вернулись. Мне бы очень хотелось слышать, что послужило тем, что вы смогли вернуться в церковь. И, может быть, среди вас есть люди моего поколения, которые я бы очень хотела встретиться с вами. Я хотела бы услышать ваши откровения. Может быть, вам удалось вернуть своих детей, дочь или сына в церковь, когда они ушли. Как это происходит? Я знаю, у меня есть откровения. Я верю в Бога, я знаю, что Его Слово не тщетно. Я знаю, что однажды будет на моей улице праздник. Я знаю, что, может быть, в самом детстве хотя бы маленькое зернышко, которое правильно было заложено, оно может принести хороший плод и хороший урожай. Он очень честный человек, он очень порядочный, он очень целеустремленный, но вся его душа закрыта, как створка. Там есть эта жемчужина, но я не могу ее открыть, даже прилагая все свои усилия. Я хочу его сейчас обнять, я хочу поцеловать, я хочу его видеть, я хочу с ним дружить. Вот у меня ощущение, как 4-летнего, 5-летнего ребенка, то, что я когда-то упустила, но ему сейчас это не нужно. Я вне времени, я опоздала со временем. Понимаете? То есть, конечно, я понимаю, что мне делать, но я также и очень жду совета. Спасибо вам. Хорошо, спасибо, Людмила, огромное за вашу историю, откровенность. Дорогие друзья, хотелось бы обратиться еще раз к аудитории и по просьбе Людмилы, конечно же. Если вы молодые люди, вы были в такой же ситуации, и у вас была возможность вернуться, и вы знаете какой-то выход, также и взрослые, кто может помочь, то я прошу, буквально через 3 минуты вы можете подойти к этому микрофончику, прямо сейчас уже вы можете вставать. Да, но перед этим я бы хотел спросить, может быть, наши участники. Вот, Валтер, что бы ты сказал по поводу этой истории, что ты думаешь? Да, такие истории, на мой взгляд, они происходят с многими христианами. И, может быть, много людей даже, которые смотрят эту передачу, они где-то в такой же ситуации. Я впервые слышу эту историю. И, знаете, у меня есть такой ответ. Да, я слышал эту историю, и меня на самом деле зацепило. Потому что у меня есть родной брат, его зовут Янис. Ему сейчас 18 лет. Я не знаю, он здесь есть в зале? Помахай рукой, если ты есть. Вот он есть, да. Это мой родной брат. И я в церкви с 2000 года. В 2000 году я покаялся, я вышел здесь, и я раскаялся в своих грехах, я пришел к Богу.
И мой брат, я его тоже брал с собой, он на 5 лет меня младше, и я его звал в церковь, я его звал на все служения, он даже приходил на конференцию, на служение Мадабука, там, исцеление, Роберт Каянджи, и многие-многие такие помазанные служения сильные были, где Бог касался людей, и он выходил тоже, и за него молились. И я верил также, что, да, вырастет служитель, вырастет на самом деле, ну, проповедник, может быть, еще. И знаете, все подошло к тому, что он в один день мне сказал: Бога нет. Он мне так и сказал: Бога нет. И нету никакой судьбы, ты это все сам придумал, и все это выдумка. И вы знаете, он мне всю жизнь говорил: я не буду курить. Он здесь, он может, вот, может быть, даже если ему слово дать. И он говорил: я никогда не буду курить, я никогда не буду пить, я никогда не буду наркотики и так далее, и все остальное. И вы знаете, подошел момент такой, когда он покурил, и я его заметил. И затем он пришел один раз пьяный домой. И знаете, до чего все дошло? Что он начал воровать. Он, может быть, ну, я предприниматель, у меня есть сеть магазинов мобильных, и он их, ну, приходил как бы и выставлял, как брат. И его посадили в тюрьму. Ну, не я посадил, но посадили другие, да? Он заходил в магазин и крал, и его посадили в тюрьму. И он сидел 5 лет. И после того, как он вышел из тюрьмы, он сейчас в церкви, и уже 5 лет в церкви, да? Слава Богу! Слава Богу! И вы знаете, как бы... Хорошо, хорошо, когда история такая, да? Ну... То есть и у Людмилы сейчас еще сын, ну, не здесь, не с нами. Я извиняюсь, Валтер, скажи, да. А что послужило тому, что он сейчас в церкви, он вернулся что на что послужило? Знаете, Царство Божие подобно семени, ну, как закваска, да, которую ты бросил, и есть время, которое, ну, должно пройти. Угу. И, знаете, есть, когда у тебя сердце болит, и у вас, Людмила, оно болит, да, за вашего сына. И я верю, что если оно у вас болит, вы молитесь, вы ходатайствуете, вы перед Богом стоите, вы поститесь, вы не забываете своего сына, то будьте уверены, придет время. И все, что сейчас происходит, оно послужит ко благу, и он придет в церковь, он придет. Хорошо, спасибо, Валтер, огромное спасибо. Я бы хотел попросить мнение, может быть, из зала, или что вы думаете по этому поводу. Вот здесь у нас есть Вадим Привезенюк. Что вы по этому поводу думаете? Может быть, много вы... братьев. У тебя, да, как говорится, очень большая семья, и, может быть, есть что-то сказать по этому поводу. Пожалуйста. Я бы... Ну, наверное, это только начало дискуссии, поэтому я думаю, что здесь мнения могут размениться. То есть мнения могут разойтись. Кто-то подумает, что родители виноваты, кто-то подумает, что дети виноваты. Я слышал такую фразу, что не бывает плохих детей, бывают плохие родители. И на протяжении жизни я часто как бы могу и одну сторону занять, и другую, но часто встречал как бы такое противоречие. Допустим, то, что вы говорите, может быть, даже сейчас вас где-то сердце осуждает за то, что вы мало уделяли внимания, но иногда есть такие парадоксы в жизни. Ты смотришь, родители бывают абсолютно, которые не... Что там говорить про недостаток внимания? Иногда у родителей, которые являются алкоголиками, наркоманами, вырастают дети, которые, ну, можно сказать, гением вырастают. И часто случается, что у порядочных родителей вырастают дети, которые, ну, не то что неуважаемы, ну, просто, как говорится... опускаются ниже плинтуса. Ну, в данной ситуации, мое мнение, мне кажется, что есть такая фраза, что можно проиграть сражение, но не проиграть войну. И даже если на каком-то этапе вы видите, что, может быть, он не там, где должен находиться, и, конечно, мы, как христиане здесь собрались, мы понимаем, что можно достигнуть всего мира, можно получить все докторские степени, но, по сути, не достигнуть самого главного или потерять спасение, которое человек однажды имел. Поэтому я знаю из своего опыта, у нас в семье, у наших родителей, у нас 12 детей, я второй. И, может быть, я никогда так, ну, мне неизвестны такие истории, о которых вы рассказываете, но у нас младшие братья, которые уже вырастали в Америке, они прошли, можно сказать, очень подобные ситуации, о которых вы говорите, с вашим сыном связанные. И я всегда смотрел на свою маму и знаю, что мы все любим друг друга, братья, сестры в семье, но столько, сколько мама
молилась за одного из наших братьев, который, ну, можно сказать, глубже опустился других. И на сегодняшний день в один момент казалось все настолько безнадежно, но в один момент он просто вернулся, он тоже, ему пришлось пройти тюрьму, и все, он вернулся, он сегодня в церкви, он служит Богу. Так что я бы посоветовал вам никогда не отчаиваться и продолжать верить. Спасибо. Может быть, у нас в аудитории есть какое-то мнение от молодых, которые, может быть, могли бы что-то посоветовать или как взгляд с молодой. Пожалуйста, будьте активными и не бойтесь подходить к микрофону. Есть молодые у нас какие-то мнения из зала? Хорошо. Я думаю, если... Также давайте будем очень активны, потому что это очень важно. Здесь сидят судьбы непридуманные на самом деле. Вот, есть, пожалуйста. Пожалуйста, а у вас с ним конфликт или у вас, в принципе, такие достаточно понимающие отношения? Единственный конфликт — это то, что он не воспринимает ваши религиозные убеждения. Или же у вас на самом деле нет именно душевного контакта с ним? У нас, в принципе, хорошие отношения, но, допустим, говорить с ним на душевном уровне это практически не получается. Иногда просто нужно выискивать эти моменты, потому что я знаю, что его раздражает, что ему не нравится, но в данный момент я просто стараюсь служить ему, я стараюсь замечать, что он желает, и я стараюсь это делать. Да? В принципе, у нас как таковых конфликтов нет. Единственное, его очень раздражает, если я хоть что-то, хоть каким-то намеком говорю вот на эти духовные темы, потому что вы же знаете, о чем бы мы ни говорили, мы всегда сходим к одному. И это его очень раздражает, это даже может вылиться в крик или в какие-то вещи, в истерику. Я просто уже об этом ничего не говорю, ничего вообще. Если бы он мог слышать ваш сын, то я бы, конечно, бы, может быть, не вам сколько посоветовала, сколько ему, чтобы... В принципе, если он умный молодой человек, он должен включить понимание, потому что вы сказали, вы были очень хорошей матерью, вы дали образование, вы сделали все, чтобы, по крайней мере, он имел будущее, как ну, человек, гражданин своего общества. Поэтому я не думаю, что вы должны себя так бичевать, потому что вы сделали все, чтобы он жил, чтобы он питался, чтобы он был лучшим студентом в школе. Поэтому, если Дима его зовут... Давид, если ты, может, как-то услышишь, но просто я думаю, что родители тоже не идеальны, и я считаю, что родителей нужно стараться понимать. Да. И в любом случае, даже если это их религиозное убеждение, то если ты достойный молодой человек, ты должен понимать, что, во что верит твоя мама, и уважать это. Поэтому я, в принципе, хорошо, хочу вас поддержать. Спасибо за ваше мнение, аплодисменты. И, Татьяна, что вы думаете по этому поводу? Я хочу просто добавить, что самое главное, Людмила, сейчас не впасть в другую обочину, да, то есть это очень опасно, когда, ну, то есть начать слишком служить и слишком, ну, все его выполнять капризы, все его эти, чтобы, ну, не получилась другая обочина, да, то не было отношений, то слишком ты будешь, и он начнет уже этим пользоваться, да, и делать, все делать так, как он хочет, а ты только ему как бы разрешаешь. То есть здесь тоже надо сохранить эту позицию матери, авторитета. Пожелаем Людмиле успеха, удачи. Спасибо, Людмила, да. Еще огромная просьба, драгоценные зрители, будьте активны, подходите к микрофону. И сейчас мы бы хотели прерваться на небольшую музыкальную паузу, и это Расмус Фрейманы, поэтому, пожалуйста, встречайте, аплодисменты. And carry on.
небо. Огромное спасибо, это была Расма Фреймане. Спасибо, Расма. И хотелось бы еще раз напомнить, мы находимся в студии ток-шоу «Отцы и дети». И хотелось бы напомнить, что сегодня здесь, за этим столом, живые истории, живые герои, живые личности. И поэтому огромная просьба быть активными и отзывчивыми. Итак, следующая история у нас от Анны. Пожалуйста, Анна. Когда Татьяна попросила меня участвовать, немножко было трудно решиться на это, потому что, как бы она говорит, тема будет диалог между, ну, в принципе, между поколениями. И я тогда задумалась и думаю, да нет, не было у меня в моей семье диалога никакого. Но когда начала думать, поняла, что вообще такого по сути быть не может, потому что либо вы имеете диалог со своим ребенком или с родителями, либо нет. И тогда в таком итоге ты будешь сам делать выводы из поступков, из поведения, из всего остального, что, в принципе, произошло и у меня. Потому что как бы с моим отцом я, по крайней мере, не могу вспомнить какой-то беседы или диалога, чтобы он меня чему-то учил. Поэтому вывод делала сама. Где-то, ну, может быть, история слегка такая типичная, но, знаете, когда Латвия получила независимость, у нас появилось много компаний, бизнесов, там, кооперативов, всего на свете. То есть, ну, моя семья была одной из таких семей, которые успешно приобрели бизнес, то есть появились деньги, появилось много работы, то есть мама работала, папа тоже. Но когда появляется много денег, появляется, соответственно, много друзей, и, ну, начинается такая беспечная жизнь. Ну, по крайней мере, так, как это я видела. И,
Мой отец как-то вот очень этим увлекся, знаете, когда у тебя ничего не было, потом стало вдруг много, тебя может понести просто не в том направлении. Ты, соответственно, будешь пожинать потом плоды. И, ну, вот как-то так. Отца понесло, маму не очень. Поэтому отец... Мама работала, работала, уходила, я там еще спала, приходила, когда получится. А отец, ну, гулял очень много, много друзей. И как он меня воспитывал, в принципе, ну, разные были методы, но я называю их жестокими, не жесткими, а жестокими иногда, потому что как бы они применялись чаще, когда мамы нету дома. Там, в общем, была такая ситуация, когда... Сейчас. Ну, в общем, они поругались, и она ушла. Она ушла как бы жить к своей сестре, а я осталась дома. И тогда, как бы, когда она ушла, на ее место пришло очень много других людей. Сейчас. И... То есть были его друзья, было много новых женщин. И, ну, как бы меня забыли, меня заставили сидеть в комнате, то есть я была дома, но мне выходить нельзя было. И, соответственно, ну, как бы меня забыли там, голодная-холодная, злая на весь мир. И когда мама звонила, ну, у меня уже было сказано, что я должна сказать, что, ну, дома все нормально, у меня все хорошо, ну, как бы, там, тети ушли. Но, ну, и, соответственно, мама... Может быть, успокаивалась, и ну, все нормально. Я, то есть, просила ее меня забрать, когда у меня это получалось, потихонечку стащить телефон. Ну, не было возможности. И... Ну, и как бы однажды это все потом продолжалось, ну, и... И как-то ночью, ну, как ребенку элементарно хочется в туалет. И я, вопреки того, что мне нельзя, ну, нельзя было выходить, я вышла. И немножко не совсем не дошла, потому что, ну, у меня был такой шок, потому что, как бы, я не понимаю, почему, например, двери нельзя там закрывать в комнаты, но в одной комнате отец одной женщины, в другой комнате его друг с другой, и, ну, то есть, понятно, делаются свои дела. И, ну, я не знаю, то есть у меня какие-то были надежды на то, что будет нормальная семья, что когда это все пройдет, конфликт, но в тот момент как-то мне эта надежда очень пропала, потому что... По крайней мере, у меня появилась очень большая ненависть к нему за то, что он как бы... Ну, за его поведение. И то есть я поняла, что уже все. Потому что я до этого слышала о том, что он гуляет, там, блудит, но я никогда не думала, что мне придется самой это видеть. И... Ну и все. То есть мне было трудно как-то смириться с его выбором. То есть, ну, потом... На следующее утро, он когда еще был, я не помню, он был либо еще пьяный до сих пор, либо просто сбудуна. Но я его заставила сесть за руль и сказала, мы едем за мамой. То есть он не хотел ехать, но я говорю, да, мы поедем за мамой. То есть несмотря на то, что мне там 12 лет, по-моему, было, я говорю, поедем. Ну и в общем мама вернулась, но... А его потом, ну он потом уже уехал, потому что были ввиду таких определенных обстоятельств, ему пришлось, ну, уехать, в общем. И... Потом нам сказали там, что его убили. Как-то жалости совсем не было никакой. Ну и так для себя его похоронила. И когда он появился через 3 года, они тоже еще до этого развелись. Он хотел вернуться. И как бы я была очень против. Мама не знала, почему. Она никогда даже не знала, почему я так его не переношу. Но я никогда не могла ему простить того, что вот он заставил меня врать. Ну, то есть вообще жить вот в этом во лжи, в стыде, в чувстве вины. То есть как бы маме я не могла рассказать, потому что мне казалось, что это я виновата, что я ей соврала. И, ну, в общем, таком, что как бы он слышал, что я сказала, что я была против, он, может быть, не знал, почему. Но он исчез, и с тех пор как бы вообще никакого ни контакта, ничего. И он даже говорил, что у него нету дочки. То есть он на меня злой еще. И теперь я понимаю, что я взрослый, пора идти на какой-то контакт, потому что все-таки это мой отец. Но как сделать первый шаг, я не понимаю, потому что это чувство такой ненависти к нему, оно как бы не уходит совсем. И его выбор, что вот он
вообще не интересуется абсолютно моей жизнью, как будто меня даже и нету. Оно не уходит. И, ну, то есть я не могу как-то смириться с его выбором. И вообще, то есть я даже не знаю, что, как с ним заговорить, что ему сказать. Все, фактически. Спасибо, Анна. Ситуация нам ясна. И хотелось бы спросить, что аудитория по этому поводу может сказать, или какое-то мнение, или вопрос, или, может быть, как-то помочь Анне в этой ситуации. Пожалуйста, есть микрофон, куда вы можете подойти и высказать свою помощь или мнение. Или, может быть, если вы хотите, чтобы вам дали микрофон, вы можете просто поднять руку, вам поднесут микрофон, чтобы сказать пару слов. Давайте будем активны и поможем сегодня людям. Пожалуйста, есть мнение. Юлия, зовут Юлия. Просто типичная ситуация, но не с родителями. Просто, я думаю, она, вижу, что это действует, это такие методы, да? Ну, во-первых, в Библии всегда сказано, конечно, такие ситуации трудно прощать, да? Особенно близким, да? Но по-любому Бог призывает прощать, потому что одно из причин даже, когда мы не прощаем, мы сами на себя навлекаем зло. Но это Божий такой принцип, мы всегда должны прощать. У меня такая ситуация была с начальником. Но она действительно, ну, есть что-то такое. Здесь похоже. Не начальник, здесь отец родной, здесь другая ситуация абсолютно. То есть ваше мнение надо простить, то есть... Да, и еще действует такая вещь, как подарок. Хорошо, спасибо, ваше мнение, аплодисменты, спасибо. Может быть, есть какое-то еще мнение? Пожалуйста. Мы выслушаем еще 2-3 мнения, пожалуйста. Меня зовут Кристина, и просто я эту историю слушаю. Мне на самом деле очень похожая ситуация. И я бы ужасно хотела похвастаться тоже какими-то суперскими результатами, да? Но вот у меня тоже такая ситуация, что я знаю, что как бы надо делать первые шаги, я тоже не знаю, как это делать, и я тоже боюсь. Но я могу сказать то, что когда, ну, у нас тоже вот случился развод, и были... На самом деле развод был самым ужасным, ну, в моем понимании, мне было тогда 14 лет, и тоже, наверное, самые ужасные слова, которые я слышала, это были от моего отца. И это была ужасная обида. Это даже когда ты притворяешься, что все нормально, ты себя держишь в норме, но сам-то ты знаешь, насколько это все тебе сидит, и насколько все это тебя и контролирует, и давит, и ужасно. Вот. Я могу сказать, что во всяком случае... Я переборола, даже не переборола, я знаю, что я сейчас своего отца простила. И у меня вот сейчас как раз период такой, ну, в жизни, что я тоже чувствую, что надо делать первые шаги. Но я знаю, что я его уже не осуждаю. Я знаю, что когда я посмотрю в его глаза, я могу его простить. И я могу сказать: папа, ты знаешь, я тебя прощаю. Я думаю, что это будет большой шаг для того, чтобы он понял. Вот мое личное прощение, это будет как пример для него, что бы там ни случилось. Хорошо, спасибо большое. Спасибо за мнение. Если есть какое-то еще мнение, пожалуйста, мы готовы выслушать. Представьтесь, пожалуйста. Елена. Меня зовут Елена. Я сама мама, но у меня тоже была подобная история. Я волнуюсь, говорю. Как бы с того, что я была в семье нежеланным ребенком. То есть папа очень хотел, чтобы я была, мама не хотела. Я росла в такой обстановке вот, ну, нелюбимого ребенка. И, естественно, когда мне исполнилось 14 лет, я даже сейчас помню, что я начала ненавидеть своих родителей, потому что я не получала этой любви. Когда я пришла к Господу, это, конечно, самое великое событие в моей жизни. И, понимаете, Бог мое сердце готовил где-то 5 лет. Когда я пришла к Господу, конечно, это было что-то такое, комок сгустков нервов, этой ненависти именно по отношению к маме, к родителям. Я очень от этого страдала. Господь меня вывел от родителей. Я сразу получила великое чудо от Господа. Он мне дал квартиру, и я на отдельной территории. Он просто мое сердце готовил. И вот прошло 5 лет, вот я сейчас помню... Я ходила в церковь, я молилась. И вот пришел однажды такой день, у меня был день рождения. И я, понимаете, я поняла внутри, что мое сердце готово. Я помню, на день рождения у нас был огород, мы собрались, там приехал брат с женой, мама с папой. Я уже к этому ушла, у меня уже внутри это созрело.
И когда накрыли стол, благословили стол, я говорю: папа и мама, я хочу вас попросить прощения за то, что я вас не любила, за то, что вот у меня была агрессия к вам. И знаете, они со слезами: не, доченька, доченька, мы тебя любим. То есть они тоже меня любили, но это было внутри. То есть вы сделали первый шаг навстречу. Да. Хорошо, это такое было покаяние, так что вот попробуйте так. Спасибо большое. Хорошо, давайте мы еще выслушаем одно мнение. Аня, скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что ты стала взрослой, и сейчас ты понимаешь, что пришло то время, когда нужно наводить контакт. Его нужно наводить или ты хочешь его наводить, этот контакт? Я бы хотела, но я не знаю как. Просто я даже... Я его случайно встретила, то есть где-то мы 10 лет не виделись, и год назад на улице. И, то есть... Он, во-первых, не хотел разговаривать, он даже не спросил, как дела, и я теперь я даже не знаю, то есть я когда до этого представляла эту встречу, думала, это я вот встречусь, я с ним вот заговорю, я ему что-то скажу, но в тот момент я поняла, что он даже вот избегает этого абсолютно, и то есть как бы я не хотела, то есть я даже не знаю, вот как к нему прийти и сказать что-то, то есть даже с чего начать, и там, здравствуй, я твоя дочка. Ну, естественно, тут очень много говорил о прощении. Понятно, что это как бы есть идеальный вариант. Когда ты сможешь его простить, тогда ты сама найдешь много путей, как это сделать, как наладить с ним контакт. Но, во-первых, его нужно простить, как это сделать. Просто у меня похожая ситуация. Мой отец тоже гулял, мои родители развелись, но мне было 5 лет. И, в принципе, что-то я понимаю, то, о чем ты говоришь. Но, знаешь, может быть, я не знаю, ты, наверное, не замужем. Ну, мне, наверное, помогло то, что я замужем, и я понимаю такую истину, что один виноватый никогда не может быть. То есть есть папа, есть мама, есть отношения между двумя людьми. И, в принципе, не может быть одного виноватого из-за распада семьи. И не бывает так, что мужчина просто так гуляет, не бывает так, что женщины просто так уходят. Может быть, стоит подумать в этом направлении и... или копнуть что-то прошлое, или понять что-то для себя. И, может быть, это поможет тебе... понять позицию мамы, позиции папы и как-то все-таки приблизиться к своему отцу. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. И я бы хотел дать слово Татьяне. Я хочу дополнить. В споре между отцами и детьми всегда очень важно, на чьей стороне мать. Есть такое вот очень мудрое выражение. От нас, матерей, очень много зависит. Мы, как матери, строим отношения между отцами и детьми. И вот я, когда выслушала историю Анны, мне всегда хотелось один и тот же задавать вопрос. А где была твоя мама, когда она была брошена, когда папа гулял, когда он приводил каких-то женщин, когда девочка была заперта, ей нельзя было выходить? Мне всегда хочется сказать, а где была твоя мама? Почему она так спокойно оставила тебя с этим отцом и уехала куда-то? И в этой связи мне хочется сказать, что Ане надо подключить и маму. Ты сейчас с мамой ведь живешь, да? Встречаешь? Маму в союзники взять маму и спасать папу, в моем понятии. Потому что я знаю, что все равно он несчастный человек, он одинокий человек. И даже знаю, что у него такая красавица, прекрасная, уже молодая женщина, его дочь. Я знаю, что он страдает. Я знаю, что он страдает. Вам надо с мамой объединиться и любить папу. Спасибо. Огромное спасибо, Татьяна, за мнение ваше. Если у нас что-то еще из зала есть, вы можете высказать свое мнение. Добрый вечер, меня зовут Маша. Ань, у меня есть такой совет или вопрос даже скорее. А насколько у тебя с мамой откровенные отношения? Ты с мамой в хороших взаимоотношениях? В хороших, да. В хороших. Тогда попробуй, может быть, искренне и поговори с мамой по душам. Поговори, как уже не просто маленькая дочка, это вот мама. Поговори, как два взрослых человека и расспроси: мама, а какая вообще у тебя жизнь была? А какие у вас были взаимоотношения? Пусть мама раскроется тебе, и я думаю, что это будет каким-то поворотным моментом, который ты начнешь понимать, может быть, папу, и, может быть, вообще ты будешь звеном, который, не знаю, исцелит вообще всю ситуацию. Да.
Спасибо большое. Спасибо еще раз, Анна, за откровенный разговор и за каждого мнение каждого. И сейчас мы прервемся на музыкальную паузу. И это, встречайте, Роман Мурашов. Раз, а то я себя не слышу, да? Раз, один. Добрый вечер. Очень счастлив быть на этой сцене. Давно здесь не был. Спасибо Dream Team, клуб Ева и Адам, за это ток-шоу, потому что я сидел, слушал. Действительно, очень много переживаний, и очень здорово, что эта тема у нас так поднялась, и это все происходит. Вот, а мы совсем недавно с моим любимым братом сидели в студии, и я сейчас пишу альбом, и я говорю, слушай, мне есть такая маленькая зарисовка, может быть, просто давай сейчас с тобой сядем и запишем быстренько, и мне кажется, что поставим в альбом. Стали играть, и... Я не знаю, что он пережил тогда. Вот. Ну, очень так серьезно пришел Бог в студию. Мы как-то нас там, так, как мы любим говорить, накрыло. И на самом деле очень счастливый человек, потому что у меня есть друзья. И друзей вообще не бывает много, но у меня их немного. Но один из самых... скажем так, сильных и верных и любимых моих друзей. Это мой папа. Вот. И я не знаю, меня это вдохновляет, потому что на самом деле все было не так просто, но однажды мой отец очень серьезно захотел, чтобы я простил его. И он попросил у меня прощения. И попросил это не просто, чтобы я извинил его, а попросил, чтобы... попросил его так, и так все произошло, что... Не знаю, мы сейчас очень сильно любим друг друга. И скоро будем писать его альбом. Я думаю, что это будет очень здорово. А песня, которую мы... записали, которую я сейчас хочу исполнить, она как раз на его стихи, которые он мне подарил. То есть это теперь не его стихи, а мои. Он подарил мне на день рождения и совсем забыл про эти стихи. А я их нашел и написал колыбельную своему сыну. То есть я их там попеределал все. Ну, подошел творчески как бы к этому вопросу. Поэтому, папочка, спасибо за эти стихи. Он тоже скоро выйдет с гитарой. И песня называется «Колыбельная сыну». Давай с тобой, мой сын, поговорим. Давай когда-нибудь вдвоем устроим. А через 10-20, может, больше лет, на многие вопросы ты найдешь ответ. Зачем пришел ты в этот очень сложный мир? И почему ты был одним, а стал другим? И где найти вот эти два крыла? Когда посадишь дерево, построишь дом,
Когда подсядешь ближе, мы споем вдвоем о том, что наша музыка из снов и не всегда из нот, о том, что сердце громче всяких громких слов, о том, куда забросим наши якоря, о том, как эту жизнь прожить не зря. И как найти не просто эти два крыла, и как потом легко там в облаках. Ну а пока, сынок, укройся потеплей. Уже так поздно, засыпай скорее. Спасибо. Роман Мурашов. Спасибо, Роман. Спасибо. Очень приятно иметь в гостях таких прекрасных людей, музыкантов, откровенных и искренних. И следующая история, исходя из этого, может быть, или не исходя, я бы передал Анастасии, пожалуйста. Добрый вечер всем. Я сейчас послушала эти истории, спасибо большое. И я поняла, что у меня, наверное, самая светлая история здесь, в зале. Она довольно противоречива, особенно для тех, у которых есть определенное мнение шаблонное о семье пастора. На самом деле, некоторые думают, что там все так свято, чисто и без всякой изъяны. Даже однажды, помню, ко мне подошла одна девушка и говорит: «А вы перед завтраком, обедом и ужином читаете Библию, потом разбираете слово, молитесь и кушаете? Мы тогда вообще никогда не ели». И это было так смешно. А? Это было так смешно, на самом деле, но многие так считают. Ну, во-первых, пастор Алексей – это человек, это отец, у которого есть свои амбиции, свои требования к детям, и дети тоже, как дети, в конце концов. Я с самого детства постоянно была рядом с мамой на первом ряду, плакала, когда она плачет, даже не понимая, что она плачет. Я все копировала на самом деле, но, знаете, это не помешало мне зарулить. Есть такой переходный возраст, и он как бы везде проходит, ну, сложно, он сложный на самом деле. И в этот период даже вот я знала Бога, я видела, как родители любят Бога. Но, знаете, мне стал интересен мир. У меня появились там друзья, у меня появились там симпатии, и мне стала неинтересна церковь. Мама видела, что со мной что-то не так. Но все заканчивалось, я не знаю, у нас было, наверное, 2-3 разговора с ней, которые заканчивались на такой фразе, что «мама, я все понимаю, я все знаю, я самая умная». И все, и мама понимала, что со мной, ну, бесполезно разговаривать. И знаете, она просто стала молчать, как будто она не замечает, что со мной происходит. Мне даже иногда становилось интересно, разве она не видит, что я пропускаю служение, что я игнорирую разговоры о Боге, почему она так себя ведет? Но у нее был свой план, видимо, потому что я слышала, как она молится за меня в своей тайной комнате. И знаете, и сокращая историю, прошел год вот этой моей двойной жизни, и я поняла, что мне надо сейчас решить, или я там, или я здесь. И произошел определенный ряд событий, и конечная станция это была Таня с Машей, мои сестры, мои подруги. Они как раз год жили в Америке, и мы постоянно переписывались имейлами. И я помню, когда вот как раз уже накипело, мне Таня прислала имейл о том, что, где она писала о любви Иисуса. Я не знаю, откуда она все это знала, что во мне происходило, но я точно знаю, что это мама, молитва, Таня, я. То есть там есть цепочка. И я помню, когда я прочла это, я стала плакать, и я поняла, что все, я приняла свое решение. И знаете, в этот же период, я думаю, многим мамам, особенно у которых дети вот, ну, такого возраста, 15, там, 20 лет, знают, что такое грубость детей по отношению к родителям. Когда ты вроде так много делаешь для ребенка, а тебе в ответ одна грубость. Знаете, я такая вроде тихая, добрая со стороны, но я как вспоминаю, как я грубила моей матери, знаете, как будто это была не я. Я не знаю, что со мной происходило. Она мне делала очень много добра, но каждый раз, когда начинались ссоры,
меня как будто вот ее зло, ее ответ, он меня как будто еще больше так подстрекал. И я маму, конечно, мама мне в ответ говорила, какое право ты имеешь, что ты делаешь. У нас была ссора. А потом она просто стала, знаете, молчать. А когда в ответ тебе молчат, когда ты кричишь, тебе еще больше зла. И знаете, я даже доводила маму до слез. Она плакала. И я видела ее слезы. Потом, конечно, время проходило, я приходила, извинялась, но я до конца не осознавала вот всей трагедии наших ссор. И я никогда не забуду тот момент, когда... Я даже помню, где это было. Это было на Вантовом мосту. Мы ехали в машине. И очередной раз я маме: «Да ты не любишь меня, да тебе не важна моя жизнь». Ну, самые банальные фразы. И начиналась опять ссора. И знаете, мама просто молчала, молчала. Говорю: «Чего ты молчишь?» И вы представляете, она снова стала плакать. Только эти слезы были другими. Я как будто в первый раз в жизни увидела, что моя мама плачет. И я помню, как я стала плакать. Мне хотелось просто исчезнуть. Я не могла подобрать слов, как мне извиниться перед моей мамой. Но просто как будто мне нарисовалась эта картина, сколько добра мама мне сделала и сколько зла я ей сделала, что это настолько несправедливо. И я помню, в тот момент я пообещала маме, что отныне я никогда не буду позволять повышать на нее голос. Сначала было сложно, а потом я привыкла. И к чему я? К тому, что, конечно, я мало могу сказать там про семью, как все должно быть, у меня маленький опыт. Но, ссылаясь на мою историю, я точно знаю, что взаимоотношения между детьми обязательно зависят только от родителей. Потому что какой бы сложный ребенок ни был, я была сложным ребенком. Но, знаете, мама все преодолела. Она имела эту мудрость, материнскую мудрость. Когда надо на меня капать, а когда не нужно на меня капать. Когда меня погладить по голове, когда меня ударить. И она все это так делала, что в тот момент я не понимала, почему она так или так поступает. Но сейчас прошло время, и я понимаю, насколько она действовала мудро. И она приобрела дочь, приобрела друга. И я сейчас с уверенностью могу сказать, что моя мама – это мой лучший друг. Спасибо за внимание. Спасибо, Анастасия. Давайте, может быть, каким-то образом порассуждаем вот на эту тему, над этой историей. Да, у кого-то, может быть, похожая есть история. Анастасия затронула такую тему, что часто родители очень много хорошего делают для детей и на самом деле кладут в жизнь, но дети в каком-то определенном возрасте, а может быть и до конца своих дней, они пренебрегают родителями, уничтожают их своими словами, своими. Поэтому давайте поразмышляем над этим вопросом. Есть мнение, пожалуйста. Представьтесь. Валентина, у меня такое мнение тоже вот свое сложилось. Мой тоже сын ходил в церковь. Я извиняюсь, подойдите поближе, да. Еще раз начните. Угу. Валентина меня зовут, и мой сын тоже ходил в церковь, но непродолжительное время. А потом он сказал тоже точно так же: «Бога нету», и перестал ходить. Я его учила, я ему наставления давала, до ссор доходила. Нужно так делать, нужно так делать. И пришло к тому, что однажды просто пришла в тебе комнату молиться, и открываю Библию, и там написано: «Родители, не раздражайте детей ваших». Это, вы понимаете, это просто прикоснулось ко мне, оно просто меня убило, с одной стороны, да? И просто вот я подходила к комнате иногда, да, он лежит с пультом в руке, и хотелось его просто накричать, потрясти, чтобы хоть что-то начал делать. И вот подходила к нему, и как будто мне рот закрывал кто-то. Такое ощущение, что просто закрыть рот, нужно молчать. Вы знаете, я действительно вот со временем я просто научилась молчать. Я просто его не трогала, я ему ничего не говорила, вот как она сказала. Лучше просто ничего не говорить, просто молчать. Я всегда молчала, просто ничего не говорила. Я очень много занимаюсь как бы тоже и евангелизирую, и общение у нас как бы происходит, да, и ко мне гости приходили часто. Как бы он слышал общение это, но прятался у себя в комнате, его нету. Все мои вопросы, на все мои пожелания, что ты будешь делать, как тебе заниматься, он спрашивал, он больше он ничего мне не отвечал. Вот это вот все вопросы, наше общение было. Прошло время и дошло до того, что вот на каждый вопрос вот продолжалось, ну буквально мы общались пару минут, потому что общения просто никакого. Что не скажу ему, он и все эти вопросы. Но дело в том, что мы живем вдвоем, и как бы сложный период сейчас проходим, как бы и с деньгами, и финансово все. И он обвинял меня в том, что как бы я трачу все деньги, потому что как бы знал, что я жертвую, и
как бы все обвинения были на этой почве еще, что мало денег, вот кушать ему нечего. И дело в том, так сложилась ситуация сейчас вот в конце, что я получила детские деньги за несколько месяцев, я дала ему. И вот была конференция, как бы меньше денег, и у него были только деньги. Смысл того, что они у него очень быстро ушли, и кушать нечего. И он понял, что, понимаете, дело не в деньгах, а к их, в отношении к нему. Это не решило, понимаете, он понял, что не я трачу деньги, а что он на себе это испытал, как они уходят. Хорошо, и как это помогло в ваших сейчас отношениях? Это помогло, дело в том, что когда я ему позвонил, у нас просто вот последние пару дней вообще нечего было кушать. И я ему позвонила, как у тебя дела, старалась весело говорить, хорошо. У меня хорошо дела, мама, я тебя люблю. Это, понимаете, это было, я не знаю, это было что-то. Просто не трогать, просто не говорить. В принципе, вы дали ему почувствовать самостоятельность. Да, вы знаете. Дав ему эти деньги и дав возможность ему тратить их, он почувствовал, что вы ему доверяете. Да. И сразу обратная реакция. Мама, я тебя люблю. Да. У кого еще какие мнения? Хорошо. Вот по этой уже истории? Мне хотелось бы вот слышать. Мне хотелось бы слышать молодые люди. Пожалуйста, не стесняйтесь, что здесь может быть ваши папы или мамы. Вот молодая выходите девушка смелее. Идет. Пожалуйста. Представьтесь поближе к микрофону и вашим... Аня, это... Мне тоже есть что-то сказать на этом поводе. Я считаю, что родители должны дать детям больше самостоятельности, потому что детям нужно ошибаться, детям нужно испытать жизнь, детям нужно самим вляпнуться в проблемы и выйти из них. И я думаю, что вот это насчет этой женщины, первая, у кого да, сын Давид, тоже не надо опять говорить все время вот о духовных вопросов, просто дать детям, чтобы они, ребенок сам находил, уже взрослый, сын сам находил вот, решение и просто вот этим хорошим отношением вот со своим сыном, просто эти отношения и... Решили помочь ему, да? Нет, я скажу в латышском языке. Да, венкарши баудичи сатнецības, labās attiecības ar dēlu, neskaroties garīgiem jautājumiem, un viņš pats atradīs atbildi. Спасибо, paldies jums. Спасибо за ваше мнение. И мы выслушаем еще одно мнение. Представьтесь и... Добрый вечер, меня зовут Людмила, и я хотела воспользоваться такой возможностью поблагодарить свою маму за то, что она сделала в нашей жизни. Нас 8 детей в семье, и я скажу, все ее молитвы и все ее переживания за каждого из нас, это была новая история с каждым из нас. И благодаря ей мы сейчас все находимся в церкви. Вот здесь находится моя младшая сестра и два моих младших брата. И мы хотим сказать на самом деле огромное спасибо нашей маме за ее молитвы, за ее старания и мудрость, когда она нам говорила, что нам не нужно делать, что худые сообщества развращают добрые нравы. И я говорила, да, мам, я знаю. Но всякий раз, когда я приходила в эти компании, в эти... тусовки, как говорится сейчас, я понимала, что вот эта капля, каждый раз, когда мама говорила, что худые сообщества развращают добрые нравы, я приходила домой, я молилась, я плакала, я говорила, Господь, мне надо измениться, и молитвы мамы мне тоже помогли. Огромное спасибо. Спасибо аудитории, спасибо. Спасибо маме. Да, и спасибо еще раз маме. Вы знаете, хотелось бы передать слово Эдвину, и у него есть конкретная история. И, как мы уже сказали, у него 5 детей, и поэтому давайте выслушаем, пожалуйста, Эдвин. Уникальная история. Уникальная история, да. Да, оказывается, иметь детей – это история. Наверное, так оно и есть. В самом деле, когда мы женились с женой, я никогда не думал, что у меня будет так много детей. И
мы покаялись в 2000 году. Первые у нас дети были Линда и Элвис. Элвису 20, а Линде 16 лет. Тут немножко волнуюсь, а взрослый такой папа. За 10 минут рассказать 20 лет жизни, да? Тяжело. Ну, это очень тяжелая работа. Я никогда в жизни не думал, что жить вместе с детьми это будет три раза тяжелее, чем руководить бизнесом. До 2000 году, конечно, жизнь была у меня и у жены, как у многих из вас, непонятная. Мы жили в греху, и куда мы катились, ну, сами мы знали, куда. И когда мы покаялись, мы поняли, что те года, которые мы не смогли дать детям то правильное воспитание, мы должны дать эту любовь и воспитание и мудрость. Это все время. Вот у нас с 2000 года до этого дня мы даем мудрость, любовь и все, что мы считаем правильно, чтобы мы могли эти года вернуть обратно. В самом деле это очень сложный процесс, потому что у нас еще есть еще три ребенка, три дочки. И всем надо уделить время. Это, ну, я не думал, что это будет так просто. Я даже своим детям никогда не говорил это, что это так сложно. Потому что я, сколько могу, помогаю своей жене дома. Потому что мы няни не берем. Тут есть простая причина, потому что этот человек приходит с улицы со своим характером, со своими нравами. И мы не хотим, чтобы чужой человек вкладывал в нашего ребенка неправильные вещи. И мы воспитываем сами. Родители нам не могут помогать. Ни одни, ни другие. Да. Я хочу добавить пару слов сейчас. Эдвин действительно волнуется, но я немножко знаю эту семью, и поэтому, ну, хочу чуть-чуть как бы привести это к тому содержанию, которое мы хотим услышать от Эдвина. Я его детей знаю с возраста, тогда, по-моему, Элвису было 11 или 12, Линде 10. Это были два благополучных ребенка у двух благополучных родителей. Родители покаялись, родители были в церкви, дети тоже. Дети занимались творчеством, они были у меня на студии, они учились хорошо. Но вдруг начали появляться маленькие девочки, три ребенка, которым сейчас по 36, да? Дивори, да. Дивори 4. По 36, Глории 4, Дивори будет полтора года. Полтора, да. Да. И теперь, значит, вот эти взрослые дети, которому сейчас, Элвису сейчас 20, а Линде 16. Линда, помаши руку, ты где-то здесь в зале.
Давайте поприветствуем. Я очень хочу, чтобы... Линда, ты где? Линда, встаньте. Линдочка, иди сюда, пожалуйста. Вот это... Линда. Вот она. Она хочет папу поддержать. Папочка, поддержи. Элвис еще выше, такой парень, 20 лет ему. Они все... Элвис здесь? О, Элвис, поднимись, пожалуйста. Приветствуем, Элвис. Мамой сейчас дома, да? И поэтому такая ситуация не очень стандартная, да? Двое взрослых детей и трое маленьких. И мне бы хотелось, чтобы Эдвин сейчас рассказал вот о чем. Рассказал, как они служат Богу. Это уникальная, ну, семья. То есть он не пастор, жена его не лидер ячейки, но они всей своей семьей, вот этой большой семьей, они служат Богу. Как вы это делаете? Расскажи, Эдвин. Мы детей воспитываем. Так как я говорил в самом начале, что это очень тяжелая работа. И хотелось бы, как у многих других семей, хотелось, чтобы дети выросли мудрые, справедливые, И этот процесс вот самый тяжелый, когда дети растут, и когда у них меняются возрасты, скажем, там с 13 до 17 лет, это такая непонятная вещь, что... Да, и мы с женой поняли, что... В этом процессе нам надо понять детей и понять детей, что они хотят. Конечно, мы сами никогда это не поняли бы, если бы мы не молились Богу, и Он не давал нам мудрость и ответы на эти все наши заданные вопросы. Почему дети наши такие? Почему они не слушаются, они хотят делать то, что они хотят делать. И мы когда экспериментировали на нашего сына, разрешали ему ездить, и хотя мы говорили, что это неправильно, туда, куда он хочет, на дискотеки, на день рождения, но мы сказали, что... Тебе на такие мероприятия не особенно надо туда идти. Тебе надо идти на мероприятия христианские, там с друзьями встречаться, с правильными, не те, которые там курят травку или там еще много чего другое. И тогда, когда он первый, второй, третий раз, когда он уже приходил, он уже говорил, что он понял, что мы правы, что это ничего, ни к чему хорошему не приводит, это неинтересно. И мы постоянно им говорили, что надо идти и жить, чтобы тебе это приносило какую-то пользу, чтобы ты от этого что-то и имел в своей жизни позитивно. Негативно это нам это не нужно, и вам это не нужно. И то же самое с дочкой, тоже... Мы разрешали ей ездить туда, куда она хотела, но это было первые разы только. Потом она сама поняла, что это ей не нужно. И в самом деле я считаю, что Линда в свои 16 лет уже очень самостоятельная девушка.
Элвис 20, то же самое. Я им могу доверить свою семью, своих детей 100%. Мы можем куда-то уехать на месяц, может быть, даже на год, и оставить им. В самом деле, не надо бояться планировать детей, потому что, может быть, это другая история. Есть просто много чего могу сказать, но просто у нас время ограничено, и в другой раз. Ну, что спросим? Нет, я просто знаю, что еще делает Эдвин. Он мне рассказывал, что он, вы садитесь на бус, и что вы делаете? Вы едете со своими детьми, расскажи об этом. Вот вы благотворите бедным, вы молитесь за больных, расскажи об этом. Ну, мы помогаем бедным. Как это сказать? Нет, ну, мы занимаемся благотворительностью. В какой-то период нашей жизни Бог нам дает какого-то человека, и мы едем, помогаем им, даем по финансально или что-то там по бытовому им покупаем. Это такая наша жизнь. Хорошо, спасибо, Эдвин, еще раз. Может быть, у кого-то в зале есть какое-то пожелание для этой семьи или ваше впечатление? Я удивляюсь, я вижу все вот знакомые лица, да? Почему? Вот молчите, Скайдрита, пожалуйста, Володя, выходите, участвуйте в нашем ток-шоу. Они наблюдают, хорошо. Да, участвуйте. Галина, что поэтому, ты пожалуйста, по поводу молодые думаешь особенно, этой семьи? Давай, молодые давай. Особенно. Я знаю, что у молодых, особенно ребят, есть сейчас разные Галина мнения. Скажет, да, сейчас, Галина, вы можете уже подойти. Я закончу мысль, что очень много даже у молодых есть мнение такое. Ну, что там, родители? И у них очень мало примеров. Я вам скажу, это замечательный пример, который здесь за этим столом. И для нас огромное чудо, что такой человек сидит и участвует в нашем ток-шоу. Поэтому, молодые, особенно, вы можете прокомментировать эту ситуацию и эту историю. Пожалуйста, Галина. Добрый вечер, меня зовут Галина. И я очень хочу поблагодарить каждого человека, кто сидит за этим столом. Вы очень смелые люди. На самом деле, рассказывать свои истории такие откровенные, это большая смелость. И если уже пришла идея это все вот вынести, точно придет идея, как это все решить. У вас все решится. И вас, Эдвин, вы просто такой чудесный пример для подражания для всех нас, и для молодежи особенно, что вы делаете вместе со своими детьми, со своей семьей. Огромная благодарность вам, признательность. И дай Бог, чтобы это распространялось и стало естественным. Знаете, естественным, не каким-то, как динозавры там вымерли, благотворительность, милосердие. Ну, это естественные вещи, что нам Иисус говорит делать милосердие. И дети должны этому учиться. Спасибо вам огромное. И вот я еще немножко, буквально минуту для Анны. Я, знаете, так сижу, так слушаю, и я настолько счастливый человек уже вот с 94-го года. И потом меня, знаете, как просто кто-то стукнул по голове, что а там-то, в прошлом, такая жизнь, что не позавидуешь. И вот реальные слезы, которые я переживала от отца и от предательства. Ну, знаете, время, Бог, прощение, друзья, церковь, все оно просто приведет к вас к правильной и счастливой жизни. Идите вперед, будьте уверены в себе, будьте уверены в своем будущем, и все состоится. Ваша встреча состоится. Спасибо, Галина, спасибо большое вам. Пожалуйста, есть мнение еще от молодых, пожалуйста. Меня зовут Есфирь. Знаете, на ситуацию Эдвина я хочу сказать, что много детей, это на самом деле тяжело, я знаю, потому что я сама из большой семьи, но много детей — это классно, потому что это всегда весело, это всегда что-то новое, никогда тебе не скучно, никогда там
ну вообще, вот, и я могу сказать, что это тяжело, и моя мама, у нас 8 детей, как моя сестра уже сказала, я ее младшая сестра, она одна воспитывала 8 детей, потому что папа, он всегда работал, он зарабатывал деньги, а мама воспитывала детей, представьте себе, она одна. Но, конечно, старшие сестры, они тоже росли, они помогали потом младших детей воспитывать. И у вас два прекрасных взрослых ребенка, которые, как вы говорите, они вам сейчас помогают. Вы можете на них оставить детей и не волноваться о том, что происходит. И я вам могу сказать, что вообще всем сказать, что я, конечно, тут не пропагандирую большие семьи, 8 детей, давай вперед. Но... Почему бы и нет? Стоит пропагандировать на самом деле. Да, демографический процесс поднимать. Но я могу сказать, что на самом деле те, кто хотят, я знаю, что вот Валтер, он всегда хотел много детей. Вперед, все будет классно. Ты не зря за этим столом с Эдвином. Да, ты не зря за этим столом, Валтер. Спасибо огромное. Спасибо, Эсфирь, огромное. А, и, кстати, да, есть что сказать, Валтер. Валтер, скажи, как решается вопрос. Второго ребеночка ждем уже. Ну, еще шестеро, да, или семеро, сколько? Хорошо, вы знаете, на самом деле, затронута тема о том, что часто очень матери растят самостоятельно детей, и ни для кого не секрет, что часто очень отцы снимают эту ответственность с себя, воспитывать по разным причинам, разным как бы вариантам. Может быть, есть какая-то такая ситуация или есть какая-то такая история, чтобы, ну, какое-то мнение по этому поводу. Или, может быть, отцы что-то скажут. Или отцы скажут. Поводу, очень да. Приятно, когда мужчины говорят. Отцы, 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 отцы. Пожалуйста, отцы, смелее. Пожалуйста. Вот и отец, вот отец. Меня зовут Амур, я из 4 детей. Спасибо жене моей. И, конечно, не против и 5-го. И действительно, это огромный труд. И, ну, как сказать, я, может, со своей стороны больше работаю, да, чем занимаюсь воспитанием и вкладываю какие-то вот духовные основы детям, но это действительно огромный труд. И не зря эта передача называется «Отцы и дети». И, наверное, сегодняшняя проблема нынешнего поколения, может быть, и предыдущих поколений, что нету отцов, которые берут ответственность за семьи. Как бы смотришь на отцов, они очень, ну, как по моему мнению, очень, ну, безответственно соскочили, бросили семью, бросили детей, убежали где-то там, ну, искать своих удовольствий. Ну, это действительно такая проблема нынешнего поколения. И что бы еще хотел сказать? Ну, конечно, это огромный труд, большая ответственность. То, что ты вложишь в детей, и это будущее поколение. Ты, ну, как бы увидишь эту награду. Если ты вложишь этот труд сейчас, увидишь награду в будущем. Да. Амур, вот можно вопрос? Вот... Я не знаю точно, как, ну, возраст твоих детей, но вот скажи, пожалуйста, кем ты видишь своих детей? Есть уже какие-то вот, ну, проявления, что ты вот этого видишь там? У меня, например, есть внук, старший внук Томас, да, я, например, вижу его банкиром, да, я ему все время говорю: Томас, нам нужны банкиры. Музыкантов у нас хватает, творческих людей хватает, нам нужны банкиры. Я как-то так вкладываю в него это, да? Вот как ты видишь вообще своих детей? Не, ну, конечно, каждый ребенок – это отдельная личность и особенность. И, скажем, вот старшая Милана, ей нравится музыка, ей нравится фотографировать, там, ей нравится путешествовать. Она уже из нашей семьи, наверное, пропутешествовала больше всех нас вместе взятых. Но это нравится ребенку. Я стараюсь со своей стороны, как отец, ну, помогать, чем могу. Младшей дочери Еве нравятся танцы, да, ну каждый ребенок, он еще раскрывается, но трудно сказать,
кем вижу. Вот самый младший сын Яков, ему нравится рисование. Он очень такой неординарная личность, очень, если вот, скажем, я в себе вижу, что я не такой человек, что, ну, могу красноречиво сказать, то мой сын, вот, даже уже с первого класса, он уже там с каждым учителем мог спокойно дебаты говорить. Ведет. Там, дебаты. Очень, да, дебаты, ну, такой человек, но особенный. Каждый ребенок особенный. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Им повезло иметь такого отца. Еще один отец идет. Походу, у нас здесь еще один отец. Представьтесь. Добрый всем. Меня зовут Евгений. Я и сын, и отец. Вот, и в связи с этим у меня реально есть вопросы. Ток-шоу у нас все-таки о столкновении, да? Мы говорим немножко так, ну, теорию. Я выслушал все мнения. Мне, ну, как бы, с первого до последнего есть о чем спросить. Вопрос будет как бы общий. В первом, вот вы говорили про своего сына, что вот мы с ним начинаем разговаривать, и все заканчивается одним и тем же, одной историей. То есть вы, скорее всего, начинаете ему там загруз такой, что вот ты вот плохой парень, должен в церковь идти. У меня это тоже дома было, и разные выходы были. Мне интересно, как практически найти пути к сердцу, потому что вот сейчас проблемы нет. У меня мелкому 2 года, он все понимает, папа и все. Но настанет время, когда я должен выбирать. Мне надо свою тему ему подкидывать, вот как Настя говорила. Ее мама имела мудрость знать, когда ударить, а когда промолчать. Вот мне вот в этом есть, мне кажется, столкновение. Когда мы должны промолчать, когда, вот, в общем, как нам нужно поступать, как правильнее делать, какие есть практически ну, у вас истории, как вы это делаете. Ну, то есть нужно ли молчать? Ну, вот, может быть, первому человеку вопрос, вам тоже вопрос, то есть, что вы делаете? У вас, например, дети, они предрасположены к чему-то, вы их на них давите, не давите, ну, как вы воздействуете? Как один раз пастор Алексей говорил, что попу можно уже давать с того времени, когда он начинает уже ходить ногами. Ну, на самом деле, ну, я сам по себе очень строгий человек и довольно сложный. И я своих детей держал довольно строго. И до сих пор я держу строго их. Но я признаю, что мне не хватает достаточно любви. Это я знаю, и это я понимаю. Потому что любовь – это ключ всем проблемам. Знаете, вот у меня вот насчет строгости сразу. Вот мне интересно, люди на самом деле разные. У меня вот брат двоюродный, да, в детстве его мать настолько им как бы волновалась за него, куда он, что он. С моими родителями было проще. Они меня отпускали, меня не было, я там в школу прогуливал, просто все, да. И результат как бы, ну, есть один, да. У него была другая ситуация. И у нас как бы... Да, Ренбрицо. А у него другая ситуация. Он как бы из очень такой плохой семьи, отец там все такое. И мать очень сильно за него там волновалась, звонила каждые 20 минут, и это все. И вот сейчас у них реально есть разрыв, очень серьезный, потому что у них, ну, как бы двое в семье, и они просто оставили родителей, потому что, видимо, настолько задолбали, грубо говоря, что они уже, ну, все. Просто говорят, родители, вот у них там своя жизнь. Даже финансово, я знаю, что оба обеспечены, как бы, ну, и финансово, можно сказать, даже и не помогают, хотя возможности 100% есть. И вот произошел именно вот этот вот разрыв, из-за того, что конкретно грузили. Вот есть, мне так кажется. Да, есть такая опасность, когда родители, ну, как-то в каком-то понятии, вот у них ребенок, допустим, 4 года, 5 лет, да, и они останавливаются вот на этом возрасте, то есть ребенок растет, а родители его продолжают воспринимать вот таким маленьким мальчиком. И это уже, допустим, 13 лет, а мама все говорит, завяжи шарфик, там, Мишенька, одень рукавички, там, ты сделал это. Ты... То есть вот просто ну, у мамы, она в ее представлении, это вот такой маленький пупс. Да? На самом деле это уже юноша, там, на самом деле это отрок, подросток. И вот как, ну, как по опыту я
хочу сказать, что просто надо расти вместе с этим ребенком, да, то есть вот ему сейчас 2, и я вам скажу, что еще очень важно, надо, очень важно, любовь это классно, это необходимо, но еще должно быть уважение, то есть мы, родители, должны уважать наших детей, вот этого 2-летнего карапуза надо сильно-сильно уважать. То есть ценить все его задатки, ценить все его, все заложенный в нем потенциал. И вот тут это наказание и поощрение, вы знаете, это целый, можно, ну, отдельную делать программу. Мы как-то делали в нашем клубе семейном программу «Наш опыт», и мы разбирали только 2 вопроса – поощрение и наказание. Мы там наметили 5-6 вопросов, а разбирали только эти 2, потому что это действительно очень важно. Потому что перегнул палку в наказании, да, вырастил агрессивного, жестокого ребенка, да? Перегнул палку в поощрении, ты опять можешь вырасти эгоиста, да, вырастить. И вот здесь такая, ну, середина должна быть такая очень. И вот эта середина как раз вытекает из уважения. Когда ты с ребенком не сюсюкаешься, когда ты с ребенком, а когда ты видишь в нем личность уже вот с этого 2-летнего возраста, гордишься им, поощряешь его, хвалишь его. Никогда не лишний хвалить. Чем больше хвалишь ребенка, тем он готов, не знаю, он для отца, для матери, для папы, для мамы, он готов, не знаю, все сделать. Да. Потому что он говорит, молодец. И я помню, я уже, может быть, плохо помню моих детей, как они росли, да, но я сейчас, на моих глазах растут внуки. И вот когда просто ты хочешь, чтобы этот ребенок что-то очень хорошее сделал, просто аплодисменты. И мы всегда говорим, вот это скажешь, он там научился какие-то слова говорить, это скажешь, будут громкие аплодисменты. Этот ребенок говорит, и мы все взрослые, все его братья, все аплодируем. И он счастлив, да? То есть, я думаю, никогда не много будет похвалы, никогда не много будет любви, и никогда не много будет уважения. Поэтому, Женя, я желаю тебе уважать своего карапуза. Хорошо. И у меня последний вопрос. Здесь есть мнение еще от молодых. Давай послушаем, что скажет Анастасия, пожалуйста. Конечно, этот баланс давать свободу ребенку или же его держать вот в... Как это говорится? Ежовых рукавицах. Да, ежовых рукавицах. Я не знаю вообще, как это, дай Бог мне мудрости, как поступать, но когда я смотрела, будучи вот капризным там ребенком подросткового периода, и я смотрела, как мама действует, мне было непонятно, почему она здесь молчит, когда я то делаю, почему она там кричит, когда я, допустим, наоборот молчу. Но чем старше я становлюсь, тем понимаю, насколько она мудро поступала. А у меня есть 2 примера негативного и позитивного, когда ты даешь ребенку свободу, ну, будучи ребенком, естественно. Я целый год жила одна практически, только с тетей. И вы знаете, именно этот год как раз и был мой год отступничества. То есть мне дали свободу. Но эта свобода, она была не своевременна, потому что мне было 15 лет, и эта свобода мне повредила, я так скажу. Но слава Богу за мудрую маму, которая все вырулила. И опять же, кто знает, возможно, если бы я не вкусила этого за этот год свободы, возможно бы сейчас меня бы тут не было, потому что меня бы тянуло туда и тянуло. Как бы все, что происходит, все происходит к лучшему. А второй момент. Я всегда вот до последнего 12 класса не могла понять, кем мне быть. И когда я слышала там истории других детей, которые уже родители только родили, уже прописали юрист, там банкир и всякие подобные, я всегда слушала, думаю, как им везет, ну обалдеть, все прописано. И я не могла понять, кем мне быть. Я приходила, говорю, мама, папа, скажите, кем мне быть? А папа мне всегда говорил, твоя жизнь, ты решай. Все, меня это выводило из себя. Я говорю, как понять моя жизнь? Я же ребенок. Ты не ребенок. Смотри, ты сама ходишь, ты уже разговариваешь, ты уже как-то мыслишь. Так сама и реши, кем быть. И вы знаете, ну вот такая свобода мне очень помогла. Я осмыслила, какие у меня есть дары, и наконец я сделала выбор. Я буду журналистом. Так что этот баланс, я не знаю. Хорошо, спасибо. Ну и вот у меня тогда последний вопрос. Тоже были в начале, ну и в начале, и потом говорили, что дети приходят и родителям заявляют, Бога нет. То есть, ну, от чего они это сказали? То есть, видимо, они что-то им знают. Сейчас вот есть интернет, очень много информации. У меня, например, очень любознательная натура, я очень много пытаюсь исследовать, может быть, даже в истории, там есть очень много альтернативных мнений, ну, любые. То есть, грубо говоря, врага можно тоже знать в лицо, да, то есть не можно, а нужно ли его знать? Mm-hmm. То есть, если мы боремся против гомосексуализма, должны ли мы знать источник, почему, что и как? И когда у меня было так, что когда мы приходили с мамой, начинаем, ну, разговаривать, да, эти разговоры обычно перерастают в какие-то споры,
получается, начинается обвал аргументов. Я один, мне второй. И есть ли здесь проигравший, должны ли родители признавать, окей, да, вот в этом вопросе ты точно прав, я подумаю над этим и все. Потому что зачастую бывает закрывается, когда тебе говорят, ай, короче, ты плохо делаешь, ты сын, а я мама, и все. Я тебе сказал, как надо делать, и все. Вот. Что мама, и вот из-за этого может быть столкновение тоже, и ребенок как бы отдаляется из-за этого, может быть. Ну, у меня, слава богу, все нормально. Я так надеюсь, что все хорошо. Вопрос ясен, спасибо. Вы знаете, у нас происходило это так, что когда ребенок вышел из вот этого подросткового возраста, и он ушел из воскресного служения детского, да, образовался такой период, что он, у нас не было ячеек на районе, и он стал ходить на взрослые служения. Он ходил, наверное, в течение года, и он мне каждый раз говорил: «Мама, я не понимаю, мне тяжело на этих служениях». И второй момент, я пыталась с ним говорить, пыталась объяснять, но я видела, что ему это не очень интересно. Ему насколько интересно было на воскреске, и насколько потом как-то у него остыло это все. И еще здесь повлияло, конечно, я это не сбрасываю со своих счетов, но повлияло влияние его отца, когда он говорил: «Ты что, ненормальный? Куда ты ходишь в эту секту?» И несмотря на то, что он с отцом очень редко виделся, но тем не менее его мнение играло очень огромное значение. И вот в том возрасте он очень болезненно это все воспринимал. И поэтому как-то резко-резко он ушел и сказал: «Я больше не приду туда, я не хочу там быть». А в данном случае, вот сейчас моменты такие, знаете, вот когда еще были вот предыдущие вопросы, я бы могла сказать так: у них такой сейчас период, что есть тенденция, что он еще, во-первых, не взрослый и уже не ребенок. И у них бывают такие моменты в 16, 17, 18 лет, да, когда они ведут себя как дети. Я бы посоветовала в этот момент родителям себя вести с ними, как с маленькими детьми. Он может прийти, там, положить голову на плечо и что-то такое сказать, и ты с ним обращаешься как вот с таким ребенком, так как он себя ведет. А бывают моменты, когда он настолько, он уже все знает, он категоричный, он и здесь... Ты ведешь с ним как взрослый человек. У меня бывают такие моменты, что он уже настолько умный, что мне иногда, чтобы не казаться в каких-то вопросах ограниченной или глупой, я просто молчу. Понимаете? Потому что есть вещи, когда тебя уже где-то переходят, ты понимаешь, что тебя не перешли в духовных вопросах. Но те другие вопросы, где мог бы подсказать отец, я не могу подсказать ему, я просто молчу. Хорошо, вот есть такие хорошо, вещи. Спасибо. Я думаю, это исчерпывающий ответ. А, Мария, да. Вы уже выступали, можно коротко и по существу? Окей, хорошо. Я тут уже была, у меня просто есть такое, если говорить о нашей такой христианской субкультуре, я хотела бы сказать, что когда я слышу такие фразы, типа, вот моему ребенку там неинтересно, там неинтересно. Вот Dream Team виноват, что моему сыну там неинтересно. Или воскресная школа виновата, что моему ребенку там неинтересно, он не молится, он не духовный. И считаю, что, если вот как Женя говорил, одно дело, мы хотим воспитать, не знаю, нормального, приличного специалиста какого-то дела. Второй момент, мы хотим воспитать человека, у которого есть духовные ценности. И я думаю, что, окей, пусть они в воскресной школе молятся. Пусть на Dream Team Spiritual они падают от Духа Святого и освобождаются на Мадабуке. Но если не будет дома этих молитв, если не то, что, окей, мы для галочки сегодня Библию, библейскую школу дома делаем, там уже доску принесли родители. Если они реально, если родители молятся с детьми, и Дух Святой приходит. Ну, мне кажется, самое главное, когда детей нету дома, если сами родители не ходят, не знаю, не освещают квартиру, не молятся там за ребенка, тогда это будет настолько искусственно, если ты, мне кажется, будешь садиться в ребенка, говорить: «Давай Библию читаем». Поэтому суть моей короткой речи в том, что если дома не будет молитв, если дома не будет Библии, то ребенку или молодому человеку, да, ему никогда не будут интересны духовные вещи, которые происходят. Либо да. На воскресной школе, либо в Dream Team, или вообще в церкви. Спасибо, Мария. Спасибо. Хорошо.
Я думаю, мы можем прерваться, нам паузу взять, да, музыкальную паузу. И я хотел сейчас представить вам следующий номер. Это Станислав Мурашов. Пожалуйста. Я вот находился там, в фойе, все время слушал, что происходит здесь в зале. И знаете, это очень здорово. Я всем хотел бы сказать спасибо. Хотел бы сказать спасибо отцам, матерям, которых меньше, но детей всегда больше, вы сами понимаете, да, что родителей меньше. И поэтому большое вам спасибо. И спасибо вам, ребята, взрослые, дети наши, которые пришли. А спасибо за что? За то, что мы неравнодушны. Мы неравнодушны к судьбам других людей. Свои судьбы мы пытаемся как-то изменить, поправить. И мы приходим сюда, чтобы найти ответы на вопросы, на свои. Я знаю, что у многих у вас, ребята, дети и родители, масса вопросов и проблем, которые еще не решены и не затронуты здесь. Но я благодарю вас за то, что вы участвуете в этом, и постепенно что-то происходит. А как кто-то тут говорил, что здесь нет конфликта, столкновения, ну, по-моему, вот эта разделительная черта между детьми и родителями – это уже конфликт определенный. Но, тем не менее, мы ведь друг друга терпим, мы сидим в одном зале, находимся. И когда мы готовили этот совместный проект, честно говоря, у меня было небольшое такое сомнение, что ли, как вообще молодежь будет на это реагировать, потому что сегодня не будет дискотеки, я так знаю, сегодня не будет музыки, сегодня не будет, может быть, каких-то модных песен, но, тем не менее, спасибо вам за то, что вы пришли, за то, что вы слушаете нас. А если говорить еще о конфликте, конфликт был с самого начала, когда мы начинали, задумали эту программу и сошлись с молодыми, с детьми. И если бы вам рассказать о всех конфликтах, которых мы не разрешили, то долго бы я вам рассказал. Но тем не менее мы нашли точки соприкосновения, и эта программа, она происходит. Поэтому я думаю, что все у нас получится. А еще коротко хочу сказать о том, что, наверное, многие из вас здесь росли без отца. Кто-то есть в этом зале, да? Не бойтесь, я сам рос без отца. Я знаю, что это такое. В 10 лет мои родители расстались. Я остался без отца. Я очень скучал по нему. Однажды я написал ему письмо. Года через 3, после 13 лет. Отец написал мне в ответ, вернее, не мне, а моей матери. Он сказал: зачем ты научила ребенка писать такие письма? Но это было мое письмо. Я очень обиделся на отца. Через 20 лет мы с ним встретились. Мы обнялись, поцеловались и потом расстались опять на 10 лет. И за этот период времени я для себя решил, чтобы когда мы в следующий раз встретимся с моим отцом, чтобы он благословил меня на мою дальнейшую жизнь, потому что я уже сам был отец. Когда мы встретились последний раз с ним, я сказал: папа, может быть, ты не знаешь всех этих законов, но прошу тебя просто, скажи, что я благословляю тебя. И он мне это сказал. И что-то пришло в мою жизнь совершенно новое, совершенно необычное. И я понял, что я давным-давно простил своего отца, и он любит меня. Только на все нужно время. На все и нужно время. И вот об этом примерно я постараюсь спеть.
Время бежать, время решать, время опомниться. Время мечтать, время летать, время бессонницы. Время парить, время творить, время без срока. Время закон, время палач, время Голгофа. Но жизнь как жизнь, только не надо плакаться. Не доглядел, да не успел, да просто вляпался. Это жизнь с первого до последнего. Наша жизнь — крутая лестница. Время ползти, время грести, время прислушаться. Время уйти, время забыть, время отдушина. Время грустить, время завыть, время помалкивать. Время как сон, время как бич, время оплакивать. Но жизнь как жизнь, только не надо мучиться и говорить, что уже поздно, что не получится. Это жизнь с первого до последнего. Наша жизнь — лестница в небо. Время придет, время найдет, время останется. Время вперед, время как мед, время посланника. Время бежать, время спасать, время все новое. Время борьбы, время судьбы, время как слово. Но жизнь как жизнь, только еще успеть бы. Не потерять, не разменять, как песню допеть ее. Это жизнь с первого до последнего. Надо пройти, надо прожить до бессмертия. Это жизнь с первого до последнего. Надо пройти, надо прожить до бессмертия. Надо пройти, надо прожить до бессмертия. Спасибо. Станислав Мурашов, спасибо огромное за откровенный разговор и песню. Вы знаете, сейчас хотелось бы под бурные аплодисменты, чтобы мы сделали паузу и проводили наших участников. Мы вернемся ровно через 6 минут. Давайте под бурные аплодисменты проводим. В зале мы остаемся, в зале мы останемся. Сейчас мы опустим этот экран, и кто может опустить этот экран, было бы здорово. Сейчас мы посмотрим отрывок из одного фильма, настоящего, и этот фильм Михалкова, последний фильм, один из последних фильмов, он называется «12». Если кто-то его увидел, кто его не видел, это на самом деле шедевр, и следующие 6 минут мы бы хотели посмотреть этот отрывок, один из монологов из этого фильма. И если мы готовы, кто-то может дать мне сигнал. То есть давайте мы сейчас посмотрим эту историю, внимательно послушаем. Я думаю, каждый из нас найдет что-то в этой истории. Пожалуйста. Я с сыном живу. Ему сейчас 20 лет, а тогда в 91-м было 6. В конце 90-го от меня ушла жена. Ну, сбежала с одним в Штаты. Ну, бросила и бросила, хрен с ней. Конечно, пацан переживал, но я ему объяснил, что просто мама
уехала надолго, он еще обязательно ее увидит. Мать за ним там, моя мать, присматривала. Я уж в то время на тачку пересел и бомбил вовсю. О семье даже как-то не думал. А тем более для бомбилы бабы не проблема. И, ну, тут как-то села одна, в общем, разговорились слово за слово. Вроде так не красавица, в общем, пару раз с работы забрал, стала она с нами жить. Мне от нее много не надо было там. Пожрать, постирать, пацана в школу. Ну и она вроде как к нему тоже с лаской. Коля Николаш. Убей. Не помню, как это все началось-то. Стала она мне рассказывать про мальчика моего. Ну так, то он не то сделал. Там набедокурил. Но я зову его, говорю, было. Он смотрит на меня, улыбается, говорит, было папа, только глаза прячет. Ну, наказывал его там. И вот как-то уж достало, не помню, что он мне такое рассказал. Ну, достало прям планка, бабах такой, как пелена на глаза. Я подорвался в спальню ночью, сволок его с кровати и кулаком, кулаком. Она молчит, и вдруг у нее кровь носом пошла. Она когда орет, она когда... Убийца, убийца! Ты че, ребенка убивают! И поехала. Я его бью. Как кровь, она в крик. В общем, как-то жестко все пошло. А мальчик мой, он как-то бы уже как будто и ждал этого всего. Он уж и не плакал. Только вот моргает все время и улыбается. Часто-часто так моргает. И главное, не плачет. Не плачет. Я его бью. У него лицо в крови. А он моргает и улыбается. Моргает и улыбается. Что-то дочь меня разбудила. Слышу, вода в ванной льется. Захожу, он... Просто не стирает. Ну, в общем, обмочился он во сне. Пацан. Так прижал ее к груди, в угол забился. Смотрит на меня и улыбается. Улыбается. Моргает и улыбается. Домой прихожу, он как будто уж виноват передо мной. Вот смотрит, улыбка вот эта вот так вот. Смотрит и вроде же я прав. А в душе внутри как-то... Как будто меня кто-то палачом над собственным сыном назначил. Ну, это родила она. Тоже пацана. Года 4 ему было, что ли. Это он на моих глазах что-то нашкодил. Ему легонько так под затыльника. И вот бабах! Бог уберег. Я чуть-чуть отсолонился вот в сантиметре. Утек в стену. Я своего луплю. А как ее коснулся, так... Она меня чуть не убила. Ну, поехала она с малым. К родственникам в Тамбов. У меня ночной вызов. Я уж от дома отъехал. Еду и как крутануло. Прям как за шиворот кто взял. И разворачиваюсь домой. Смотрю, в окнах свет. Я кинулся в квартиру. Туда-сюда нигде нет. 3 часа ночи. Слышу шорох в шкафу. Открываю шкаф. Он там в шкафу сидит. Улыбается и на меня смотрит. И моргает так. Моргает, моргает. Часто-часто. Его, говорю, сынок, ты чё? Шкафа его достал, прижал к себе. Он ко мне так прижался. Смотрит на меня, улыбается, моргает. И правую руку вот так вот за спину прячет. Я говорю, сынок, у тебя... Что там? И руку вот так вот беру, руку ты. А там петля. Петля из моего ремня. Не знаю, что там было на моем лице. Схватил меня, так он прижался ко мне.
Я попрошу сейчас убрать проектор. Вы знаете, каждый из нас однажды пережил мучительную несправедливость своих отцов. И каждый отец однажды пережил свою мучительную несправедливость к детям, к сыновьям. Только все по-другому. Сыну легче простить отца. Часто бывает, сыну легче простить отца. Но очень часто так нелегко отцу простить самого себя. Я приглашаю вновь участников в наш зал под ваши аплодисменты. Мы ждем Анастасию еще. И я думаю, завершающей историей, и я бы хотел предоставить слово, историю, свидетельство Татьяна Мурашова, пожалуйста. Я очень счастлива в этот вечер, потому что это состоялось. И я знаю, когда Бог что-то открывает, уже никто не может закрыть. Сегодня это открытие состоялось, и я знаю, что мы будем продолжать, и я знаю, что это очень-очень нам всем нужно. Моя история, которую я хочу рассказать, она может быть очень-очень типичная для тех, кто сидит в зале, потому что мы все здесь любим Бога, мы все, прежде всего, служители. И когда мы пришли всей семьей к Богу, у меня было трое детей, два сына и дочь. И как-то так получилось по жизни, и это я сейчас как раз хочу сказать тем, у кого маленькие дети, так получилось по жизни, что я очень много вкладывала себя, своей любви, своей заботы, воспитание, ну, все-все, что я, у меня было, я вкладывала в моих сыновей, в старшего сына и в младшего сына. Я очень ждала свою дочь, и она родилась очень долгожданной, очень любимой. Но она росла таким ребенком, который никому не мешал. Она никогда не плакала, она ела все, что ей дадут есть. Она не ссорилась, она никаких не просила к себе особых каких-то отношений. Она была таким ребенком, который говорил, как бы, меня здесь нет, то есть я никому не мешаю. Но на самом деле она очень много всем помогала. Она помогала мне и со старшим сыном, и она помогала мне и с младшим сыном. Она строила эти отношения, она переживала, когда срывался Рома, старший брат. Она переживала, когда капризничал младший брат. И она была таким ребенком, который в себе заключал и слугу, и такого, ну, слугу, которого неприметного слугу. Мне кажется, это самый настоящий слуга, да, которого почти не замечаешь, но он что-то все время делает. Было даже так, что я работала со второй смены, с обеда, и утром мне было так лень Пашу, допустим, вести в садик, чтобы потом опять возвращаться. И она говорила: мама, я отведу его в садик. И у них разница 4 года, и вот она такая сама небольшая, брала этого толстяка еще, он такой был толстый, большой. Она его, значит, тащила за воротник, за шарф, подпихивала в этот автобус. Они ехали на этом детском автобусе в детский сад, и я могла ей доверить, что она его отвезет, приведет в группу, разденет. И когда мы пришли к Богу, я так была заинтересована, чтобы мой старший сын тоже пришел к Богу, и он пришел к Богу. Мой младший сын всегда был возле меня, он был всегда с нами, мы везде его брали с собой. А в это время моей дочери было 13 лет. И вы знаете, что произошло в моей жизни? Я начала служить с первых дней покаяния. Я так хотела служить Богу давно, и наконец вот оно, вот реальный Бог, вот реальное служение, вот реальная церковь, которую я люблю. И я служила, мы тогда жили в Екапилсе, я служила в новом поколении в Екапилсе.
И мне было этого мало, вот то, что я делала там в Екапилсе, у меня все были дни расписаны, у меня была домашняя группа, семинары, у меня была молитвенная гора, воскресная школа, и все как бы я вот во многих этих ипостасях. Но мне этого было мало, мне нужно было брать весь мир, надо же брать весь мир, надо брать города для Иисуса. И мы поехали в Даугавпилс, и там у меня были мои ученики бывшие, они были уже студенты, и я там начала молитвенную ячейку молодежную. И вы представляете, все свои занятости, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, я еще умудрялась 2 дня в неделю уезжать в Даугавпилс и служить этой молодежи. Ячейка была успешная, она росла, это были студенты, это были мальчишки, девчонки, 17, 18, 20, 22. И вот у нас уже 25 человек, и я такая герой, я просто герой. Мне так все это нравилось. Я туда приезжала, я там оставалась на ночь. Вечером я проводила ячейку, семинары, оставалась на ночь. И рано утром я возвращалась в Екапилс. И вот однажды на одной из таких ячеек все время какие-то новые приходили люди. Пришли, я смотрю, пришли новые парни. Закончилось служение. Закончился семинар, и я призвала к покаянию. Я говорю, если здесь новые люди. Вышли 2 парня, и они покаялись, они приняли Иисуса. Я была просто на высоте, я была так счастлива, я была так радостна. И когда мы заканчивали это все, эти все ребята, эти вся гурьба молодежи, они провожали меня до того места, где я ночевала, потому что нам не хватало того времени наговориться, намолиться, отвечать на вопросы. И я еще использовала это время, чтобы кого-то наставить, назидать, кому-то дать совет, кого-то услышать что-то. И вот мы все идем, все такой гурьбой, я посередине, вокруг эти молодые люди, задают вопросы по слову, по служению. Это так интересно, так здорово. И вдруг один парень из этих новых 2 говорит, можно вас, на минуточку я вас в стороночку отведу. И я думаю, вот круто, вот только покаялся, у него уже есть вопросы. Он уже хочет что-то узнать о Боге, что-то об Иисусе. Я была готова, я такая была счастлива, была готова отвечать. А он вдруг мне сказал, вы Алисина мама? И вы знаете, это был такой шок. У меня как-то так все, вот, все внутри задрожало. Я говорю, да, в чем дело? И как-то, знаете, уже как-то что-то внутри, уже что-то у меня затрепетало. А что такое? Ну, я вот хотел бы на вас, вот я на вас смотрю теперь. Вот я хотел давно на вас посмотреть, вот я на вас теперь смотрю. Вот вы какая вроде. Я говорю, а что такое, в чем дело? Ну, это длинный разговор, мы не можем сейчас об этом говорить. Вы же завтра едете утром в Екапилс? Я говорю, да. Он говорит, и я еду в Екапилс завтра утром. Вот давайте на вокзале за полчаса встретимся и поговорим. И он ушел. Мне уже не хотелось ничего, мне уже не хотелось говорить с этими молодыми людьми, мне уже не хотелось шутить. Я скорее дошла до этой квартиры, где я ночевала. Я не сомкнула глаз. Я молилась, я начала вдруг думать, а действительно, где моя дочь? А действительно... А как, что вообще? И закончилось это тем, что я еле-еле дождалась этого утра. Я все время думала, что он мне может сказать. И я только молилась Богу, что Бог, пусть это не будет что-то самое страшное, пусть это не будет что-то ужасное. Я пришла чуть раньше. Он вошел, заказал мне кофе. Пирожные, как истинный джентльмен, он сел напротив меня. И мы начали говорить. И он начал говорить, вы знаете, у вас замечательная дочь. У вас просто замечательная дочь. Она такая хорошая. Она такая добрая. Такая отзывчивая. Но она такая одинокая. Ей так не хватает мамы. Я знаю, что ей так вас не хватает. А вы вот все служите, вы все где-то ездите.
И он сказал, что, вы знаете, хорошо, что оказался это я, не кто-то другой на моем месте. Я благородный человек, успокойтесь, ничего страшного с вашей дочерью не произошло. Но на моем месте мог оказаться совершенно другой, который бы воспользовался одиночеством вашей дочери, который воспользовался бы тем, что ей не хватает тепла, не хватает вашей любви. Вы знаете, я не могла на него поднять глаза. Я сидела, мои слезы капали в эту чашку, в это кофе. Нетронутым остался кофе, пирожное. Я не могла на него поднять глаза, пока он мне сказал, ну, всего доброго. И спасибо за то, что вы познакомили меня с Иисусом, это классно. И он ушел. Мы ехали в одну сторону, мы ехали в один город, но в разных вагонах. Когда я села в поезд, я начала плакать так, что все люди обращали внимание, но я ни на кого не обращала внимания. Я просто рыдала. Ну, кто-то, может быть, подумал, ну, мало ли что у человека. Я рыдала от Даугавпилса до самого Екапилса. Я пришла домой. Моя дочь была еще в школе. Я стала каяться глубоко и сердечно. Я стала каяться перед Богом. Я сказала, Бог, если я даже спасу весь мир, а поврежу одному только человеку, то это ничего не стоит, все мое служение. И когда я каялась, я приняла решение. Я приняла решение, что я оставляю Даугавпилс, я оставляю еще парочку-тройку служений. И я сказала, Бог, только помоги мне вернуть мою девочку, помоги мне вернуть мою дочь. Когда она пришла со школы, как обычно, она думала, мама, наверное, нет, мама опять где-нибудь на какой-нибудь молитве очередной или на какой-нибудь домашней группе или кого-то спасает. А я была дома, я ее ждала, и что-то произошло, мы так обнялись, и мы начали вместе плакать, она стала плакать, и я. И мне потребовалось даже не полгода, и даже, может быть, не год, мне потребовалось очень много времени, чтобы все восстановить, чтобы обрести свою дочь. И я сейчас обращаюсь к тем родителям, у кого особенно много детей. Как важно, и правильно, я согласна с Эдвином, это великий труд. У меня их только трое. Но я уже упустила одного из этих троих. Я знаю, что каждый ребенок, он очень сильно нуждается в нашем сердце, не в наших наставлениях. И даже если у нас есть хороший пример, мы сами хороший пример, мы сами образец благочестия, образец духовности, образец. И с того времени в нашем доме мы приняли решение с мужем, что в нашем доме будет скиния. С этого времени мы решили, что вот все эти служения на выезде, все эти где-то, это все приложится потом. Паша тогда, ему было только 10 лет, он еще чуть-чуть какие-то брал аккорды. Но мы садили его за пианино, мы говорили, Паша, вот как можешь, вот не надо даже эти этюды все повторять, твои нелюбимые музыкальные школы. Просто играй. И вы знаете, он просто ставил какие-то аккорды, папа подыгрывал на гитаре, и приходил реально Бог. Приходил реально Бог, и мы все молились всей семьей. Мы пели Богу, мы молились. И я помню этот день, когда моя дочь пережила невероятное. Мы стояли в кругу, все, папа возлагал на всех детей руки, благословлял. Положил на Алису, и она упала. Она упала и лежала, как мертвая, вытянувшись совершенно. Мы уже допели все псалмы, мы уже помолились, мы уже... Она все лежала, это длилось, наверное, полчаса. Просто дома, просто в гостиной нашей квартиры. И потом она встала совершенно новым человеком.
Она встала с пола совершенно другим человеком. Я поняла, что я обрела ее, она обрела меня, и мы вместе обрели нашего великого Бога. И я так счастлива, что она сегодня здесь. Алиса, я тебя очень люблю. И в этом году у меня был юбилей. И моя дочь обычно не говорит много слов. И такой был юбилей прекрасный, много было теплых слов. И сказал мой старший сын так хорошо и красиво, и спел. И младший сын и спел, и сказал хорошо. И так неожиданно вышла моя дочь. И такую сказала шикарную речь. Вы знаете, я... Валя, я до сих пор храню твою. Она ее написала сначала, а потом вышла. Она сказала: мама, я сначала хотела тебе передать это письмо, а потом сказала: а почему я не могу это сказать вслух? И она вышла, все это сказала вслух. Но письмо я это храню твою, твою эту речь на мой юбилей. Спасибо тебе. Это удивительно. И моя дочь подарила мне 4 внуков. 2 девочки, 2 мальчика. И я хочу... очень сильно поблагодарить ее мужа, который рядом с ней, это Сергей. Это не просто мой зять, это мой сын. И я так вообще счастлива, я говорю, у меня теперь 3 сына и 3 дочери. Потому что все мои дети, они женаты, замужем. 3 сына и 3 дочери, это мой сын. И я счастлива, что Алиса вышла замуж именно за Сергея. Потому что я вижу, как они воспитывают этих 4 детей. Я горжусь своими внуками. Но это их заслуга, это не моя заслуга, это точно. Это ваша заслуга, спасибо вам, родные. Спасибо, Татьяна. Спасибо, мама. Я знаю, что сейчас наши сердца, они... что они переживают, потому что мое личное сердце, оно переполнено всем тем, что мы услышали, что мы увидели здесь. И вы знаете, то, что мы услышали здесь сегодня, я думаю, это очень было нужно нам, было очень важно. Я думаю, мы будем продолжать, да, мы будем продолжать в этом духе. Вы согласны продолжать эти ток-шоу, эти темы поднимать? Хотелось бы сказать огромное спасибо молодым парням и девушкам. Я все же еще являюсь представителем. Очень приятно, что вы пришли сегодня, потому что вашим приходом вы почтили своих родителей и почтили взрослых. Поэтому отдельное спасибо вам, молодые дочери и сыновья. А также спасибо мамам и папам, которые сегодня пришли. Давайте подарим аплодисменты. И завершая, может быть, этот ток-шоу, хотелось бы дать каждому из участников буквально, может быть, по 2 минуты или минуту, как есть, может быть, маленькое резюме или что, да, пожелание, может быть, что, все, что вы пережили, да, все, что вы хотите сказать. Я думаю, вот начнем мы с Анастасии. Давай, Анастасия. Во-первых, спасибо большое за все это мероприятие. Здесь так много звучало, и слезы шли от горьких историй, и слезы шли от прекрасных хэппи-эндов в историях. И я бы, естественно, что все идет от семьи. Я бы хотела обратиться к моим одногодкам, к молодым людям, у которых еще нет семьи. Может быть, ваше сердце ранено каким-то поведением отца или матери. Так давайте возьмем на галочку эти моменты и ни за что в жизни не позволим повторить это в нашей семье. И этим наше поколение, это будет поколение сильных и добрых семей, где будет много-много счастливых историй, гораздо больше, чем плохих. Спасибо большое. Кто у нас следующий мог бы сказать? Давай, Анна, пожалуйста. Мне очень здорово вообще смотреть на счастливые примеры. И я считаю, что это очень... Получится, обязательно должно получиться.
То есть как бы вот это вот все мероприятие, это на самом деле, я считаю, очень сильный инструмент в руках Бога, потому что, ну, знаете, мы живем в такое время, когда информация фактически является самым сильным методом. И вот это и делается для того, чтобы те, может быть, кто еще не начали семью или уже начали, но чтобы они имели возможность принимать решения, но не такую наугад, вы знаете, когда, мне кажется, какое-то время до этого было, что люди, родители не знали, как воспитывать, просто вот воспитывали, как получится. А вот благодаря такому мероприятию, я надеюсь, что решения будут приниматься верно, и всем удачи. Спасибо. Валтер, пожалуйста. Хотелось сказать спасибо каждому, кто получил это, не знаю, эту идею об этом мероприятии, об этом ток-шоу. Спасибо. И меня это зацепило, и я сам ребенок, дитя, и я сам отец. И я благодарен Богу, что это, ну, мы, христиане, мы это имеем, и мы имеем больше, чем не христиане, даже если смотреть этот фильм 12, ну, который мы видели отрывок, то там такое событие произошло у человека, который он не ходил в церковь. И мы можем молиться Богу, и Бог, Он слышит, и Он поможет. И даже если мы чего-то не знаем, надеясь на Бога, возлагая на Него надежды, посвящая наших детей, благословляя наших детей, просто благословляя наших детей, они вырастут успешными, сильными, самодостаточными, мудрыми. И за это благодарность Богу. Спасибо, Валтер. Людмила, пожалуйста. Вы знаете, здесь сегодня многие выступали, и я увидела, что, вероятно, у многих тоже людей есть в семьях какие-то вопросы, на которые они, может быть, на сегодняшний день не знают ответов. Есть какие-то проблемы, которые на сегодняшний день не решены. Но я увидела такую вещь, что самые благословенные люди в нашей церкви – это семьи. Вы заметили, что где дети с родителями и родители с детьми, они вместе в церкви, они самые благословенные. У нас великие откровения. Мы мечтаем о том правительстве, о котором мы молимся много лет. Мы мечтаем о той стране, о которой молимся много лет. Знаете, ну как в Слове Божьем написано, что пробуждение начинается с меня. Когда наши семьи, когда наши дети, когда все наши родные будут в церкви, вот тогда придет пробуждение в нашу страну. И это самое важное, для чего мы здесь собирались. Может быть, это было первый раз, и может быть, не совсем. Может быть, что-то получилось, что-то нет. И, может быть, вы ожидали что-то другого, и мы ожидали что-то другого. Но поднимались здесь очень серьезные вопросы и очень серьезные проблемы. И мне очень хотелось бы, чтобы вы в таком составе, даже в большем, приходили сюда с родителями, с детьми, и чтобы было меньше вопросов и было больше ответов. Спасибо, Людмила, спасибо. Эдвин, пожалуйста. Видно, что пришла такая большая аудитория на эту дискуссию, что вам это немало, ну, важно, эти все проблемы, которые связаны с семьей, с детьми. И я бы хотел сказать, что вот в каждом периоде детей мы должны понять, что это нормально, когда дети себя так ведут. Просто родители не могут принять это и думают, что это неправильно. Они не могут себя по-другому вести. Этот период есть такой для этих детей. И тогда, когда мы это поймем, тогда гораздо легче будет перенести вместе с детьми этот период. И главное, чтобы не доходить до конфликта и каким-то образом не мстить детям за то, что они непослушны и делают какие-то вещи по-своему. Всегда можно найти выход из этих положений. Надо просто тоже молиться Богу, и Он тебе даст мудрость, как правильно жить и воспитывать своих детей. Спасибо, Эмма, спасибо. И Татьяна, пожалуйста. И конфликт
столкновение поколений, суть этого конфликта, это в непонимании одним поколением другого поколения. А как достичь понимания, это только методом диалога, это только методом общения. И, может быть, здесь мы и начнем строить это понимание и разрушать всякий конфликт. И мое желание сейчас, чтобы мы помолились в завершение нашего ток-шоу и поблагодарили самого главного, который здесь сегодня с нами. Это наш Господь Иисус Христос. И мы действительно благословенные люди, что у нас есть выход. Мы не в тупике. Мы в поиске выхода. И мы точно знаем, что выход есть. Отец, я благодарю Тебя во имя Иисуса Христа за это время, которое мы провели вместе в этом зале. Спасибо, что Ты был с нами, что Ты был главным, что Ты благословил это, что Ты открыл эти двери, что мы начали строить сегодня, что мы забили эти первые сваи для этого моста между двумя поколениями. Мы верим, Господь, что наши дети и мы и наши дети, это будет преемственность, это будет эстафета. Наши дети будут лучше нас, наши дети будут умнее нас, наши дети будут успешнее нас, наши дети будут еще более святы. Мы благодарим Тебя, Господь, за это время, за каждого человека, за каждого смелого человека на этом месте во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо Тебе, драгоценный Иисус, за Твою любовь, за то, что Ты являешься нашей надеждой, Ты являешься нашим спасителем и утешением. Благодарим Тебя, что однажды Ты взошел на крест, Ты умер за наши грехи, наше проклятие, и воскрес, чтобы мы имели жизнь. Я благодарю Тебя, Бог, за этот прекрасный вечер, за то, что эта дистанция между детьми и родителями, она сокращается. Спасибо Тебе за этот вечер. Мы благодарим Тебя, что у Тебя единственного есть ответ на все наши вопросы. Мы любим Тебя и благодарим Тебя за этот прекрасный день. Во имя Иисуса Христа, и все это скажут. Амин. Я думаю, сейчас мы бы завершили все хорошей песней. Я думаю, Расма Фремен вновь бы помогла нам. Думаю, мы все знаем припев, и мы можем сразу с припева начать. Пожалуйста. Ведь нам все стоит друг друга беречь, снять грусть, обиду и боль с наших плеч. Нам всем стоит друг друга любить и все наши ошибки забыть. Наши ошибки все забыть, вместе споем, нам всем, нам всем. Ведь нам всем стоит друг друга беречь, снять груз, снять груз. Давайте возьмемся за руки все вместе. Обиду и боль с наших плеч, наших плеч. Ведь нам всем стоит друг друга любить и все наши ошибки, наши ошибки, наши ошибки. Давайте, мы может все быть, все встанем. Ведь нам все стоит друг. Можешь посмотреть на своего ближнего и спеть его, снять грусть, обиду и боль с наших плеч. Ведь нам всем стоит друг друга любить и все.
ошибки забыть. Давайте еще раз подарим аплодисменты. Вы можете присесть. И давайте под большие аплодисменты проводим наших гостей. Это была Людмила, это Эдвин, это Татьяна Мурашова, это Анастасия, это Анна и это наш брат Валтер. Спасибо большое вам за вашу откровенность, за вашу честность. Ну и, конечно, ведущий этого ток-шоу Павел Мурашов. Спасибо большое каждому из вас, что вы уделили этот вечер, чтобы провести его в такой прекрасной семейной атмосфере. Я очень извиняюсь, ведущий еще все-таки вернулся на сцену. Вы знаете, мы будем обязательно продолжать эти ток-шоу, обязательно будем продолжать следующий год, в 2008 году у нас будет целая серия таких ток-шоу. Вы готовы к этому? И я думаю, это будет большое благословение, поэтому если у вас есть какие-то мысли, идеи, истории, мы ищем реальные истории. Если среди молодых у вас есть и вы хотите участвовать в таких ток-шоу, пожалуйста, подходите к Татьяне, она возьмет всю информацию. И также, если среди взрослых, вы можете подойти к моей маме, к Татьяне или Станиславу и поделиться. И мы на основе этих историй мы будем продолжать. Спасибо вам еще раз огромное. Спасибо. И молодежь, как вам понравилось? Вы были такие довольно тихие, что вам непривычно, но я думаю, что вам понравилось, и вы в следующий раз обязательно придете и будете участвовать еще больше. Дорогие отцы и матери, понравилось ли вам? Какое серьезное «да». Спасибо большое, что вы пришли. Все-таки пятничный вечер, привыкли мы, может, больше проводить допоздна, но вы с нами были до 11 сейчас, сколько время? Вы просто большие молодцы, что вы пришли. Спасибо каждому за ваше мнение и слова. И мне бы хотелось, пока вы еще все здесь, во внимании, от всего сердца поблагодарить всех людей, которые принимали реальное участие в подготовке этого красивого ток-шоу. Я бы хотела сказать огромное спасибо нашей, во-первых, съемочной команде. Это NGTV. Вот они, эти ребята. Спасибо большое вам, режиссеру программы Денису Перчинскому. Спасибо вашему, спасибо Витлд за предоставленный нам проектор. Спасибо большое, хотелось бы сказать одному очень хорошему сыну и отцу, как он уже сказал, это Евгений Юхневич. Подайте большие аплодисменты. Вы знаете, этот человек на самом деле самоотверженно умеет служить. И вот эти все идеи красивые на сцене, этот свет, это по большей части его идеи. Спасибо тебе большое, Жень. И хотелось бы большое спасибо сказать всей команде Dream Team, которая принимала тоже участие. Это, конечно, Илья Колесник, которого вы сегодня не видели, но он был за этой глухой завесой, пускал то, что делал, то, что он должен делать, и делал этот красивый дизайн. Спасибо большое Михаилу Зайцеву за то, что он помогал с ассистентами. Спасибо большое Welcome Team, что вы пришли пораньше и были волонтерами. Спасибо всем парням, которые эти стулья сюда принесли. И я бы хотела призвать каждого из вас, дорогие молодые парни, девчонки, присоединяться к команде волонтеров, когда вы слышите: волонтеры, вы нам нужны, особенно парни сильные, чтобы принести стулья туда-обратно. Я вам скажу, это не только помощь нам, но и вам. Скоро лето, как бы, ну, оно уже ушло, оно как бы фигуры и так далее. Может, это хороший старт для вашего джима зимнего. Но я приглашаю несколько, пять парней, чтобы вы остались после этого ток-шоу и помогли со стульями их унести в одно место, и вам покажут, какое место, и потом вы будете чувствовать себя настоящими мужчинами. На самом деле, девчонки, вы можете остаться, чтобы посмотреть на это. Они это... Я думаю, что тогда 20 парней останется. На самом деле, хотелось бы сказать спасибо Константину Богаченко, который, вы все знаете, занимается наклейками, кепками, майками и так далее. Вы можете посетить их магазин каждую среду и воскресенье. И вот эти все прекрасные наклейки и все остальное тоже сделал он. Ну и, конечно же, в завершении всего я хочу сказать, что у нас надвигаются рождественские праздники. Кто рад этому? Я очень рада.
И вы знаете, я приглашаю всех вас, даже если вы не посещаете нашу церковь, может быть, ты вообще пришел первый раз в это место, приглашаю всех вас на, кстати, семейное служение в это воскресенье. В 10 часов утра у нас будет семейное служение, которое будет вести наш брат, мой брат уже в законе, как переводится. Это Вадим Приведенюк. Пожалуйста, встань, давайте поприветствуем его. Я думаю, что это будет замечательное служение. Но сразу после служения внизу. Кто знает, где будет рождественская ночь проходить? Она не будет проходить здесь, в церкви. И это вам сюрприз, чтобы вы знали.